Так, мы с вами продолжаем играть Ура, привичка, спасибо. В Stardew Valley. Забыл название игры. Обалдеть. Бэмбик, 29 месяцев. Огромное тебе спасибо за такую поддержку, бешеную. Ты словил достижение садовод, между прочим. Красавчик. Спасибо тебе большое. Так. Маленький... какая-нибудь маленькая избушка или какой-нибудь маленький зверек, неважно, что угодно, типа вся в конфетах должна быть. Но по факту там конфет меньше половины всегда лежит. Uh-huh. Вот. И, короче, у нее было 3 вот таких коробки, и из-за того, что конфет-то мало, мы типа их все высыпали в одну коробку, и она получилась как раз полная. И, в общем-то, я как бы и Дима брали конфетки только с ее разрешения у нее, ну, потому что это ее конфеты, так честно делать. Мы спрашивали, типа, можно возьмем? Она такая, да, конечно, конечно. И когда она уезжала к бабушке, она сказала, пока меня не будет, можете брать конфетки без разрешения, только не съешьте, пожалуйста, все. Это все, типа, все условия. Главное, не съешьте целую коробку, а так берите сколько хотите. Вот. Арман, привет, Росточек, добро пожаловать. Что за достижение, Бэмбик? Ну, вообще, я предполагал, что если ты словишь достижение садовод при подписке, то можно будет тебе выдать такую роль в Дискорде. Только сейчас я хрен его знает на самом деле, как найти всех тех, кто словил это достижение. Ну вот, вообще, оно означает, что у тебя, вот видишь, помидорка красная, большая, сочная. Ты садовод, значит. Ты вырастил ее. Ты ее вырастил, теперь тебе ее надо одевать. Так, ну что, мы продолжаем? Да, жми. Она вас знает, поэтому уточнила. Ну да, котлет. Я помню, недавно виноград купили. Ну, Алиса такая, типа, а знаете, мой самый любимый фрукт — это мандарин и виноград. Ну и мы, короче, сразу взяли виноград, купили. А, помыли, положили перед ней огромную миску винограда. Она такая приносит маме-папе нам по виноградинке. И такая, вот вам... Самые большие виноградинки. Это тебе, мама, это тебе, папа. А я съем маленькие, все остальные. Да. Логика есть в этих действиях. А вам самые большие. Вот эти две. Много раньше... Много карамелек всегда раньше было в таких подарках. Ну, в этих не очень много карамелек, в этих в целом мало всего, скажем так. Блин, Дима, ты не закрыл курятник! Так я позавчера закрывал, а вчера не закрыл, да. Позавчера даже, там же дождь был еще. Я же в тот день закрывал, а в этот нет. Я бы не успел, я же с тобой был в пустыне. Так, сейчас поглажу всех, кто внутри остался. Все, вроде никого не обделила, пойду им дверь опять открою. Перенайс, привет, добро пожаловать, Росточек. Выходите, идите, гуляйте дальше. Привет, братишка. Привет, привет, привет. Так, я ставлю еще один слиток иридиевый. Ей. Иридиевый слиток. А эссенция пустоты от чудовища, вот она для чего нужна? По-моему, тоже для чего-то, типа, вот из разряда... Тоже для чего-то, ну, в принципе, да. Не-не-не, зелье, я говорю, типа, зелье, ну, вот, варить что-то. Так, не, я все-таки немножко открою окошко, сейчас, секунду. Я тоже открыла, да-да-да. Так, нужно полить вот эти... О, уже можно собрать, уже можно не поливать, окей, когда вот это посадим, и польем. Так, у меня одна свекла есть уже, одна. Нужно 10. Дима, как обычно, Диме даже курятник закрыть нельзя доверить. Не, я закрыл курятник тогда, когда мне сказали. Потом был следующий день с дождем. Потом мы поехали в пустыню. И вот в эти дни я уже не должен был закрывать курятник. Я все помню. Ириски были офигенные в подарках. Шоколадные Деда Мороза лет 15-20 назад. Поговорю, что сейчас Деда Мороза шоколадные испортились, если их невозможно. Раньше для меня это было топ-1 лак. Нет, сейчас я вот... Не то чтобы сейчас... Они испортились уже очень давно, потому что я пробовала этих шоколадных Дедов Морозов лет 5 назад. Они были просто блевотные, ужасные. Я и так и не доела. Я помню, больше половины выкинула, потому что, ну, это пиздец, невозможно есть. Вот. А в детских подарках вообще теперь не кладут. Их нет, детских подарков. Так, что Дэ? Такие дела. Так. Говорят, что волшебник их любит, и светлые тоже. Дима, от тебя сказали. Кто? Что? А, ну, пустоту? Вот эссенцию пустоты? Да, да. Спасибо. Пустота, как я люблю. Моя самая любимая эссенция. Да.
Пустая. Пустота. Уверена, что он любит прям. Может, он не любит. Максимум от Милки можно есть Дедов Морозов, но не стоит, соответственно. Боже, да, это ужасно. А еще для крафта говорят, Дим, для крафта, говорят, подходит. Для крафта чего? Ну, всяких зелий, видимо. Охотник, привет, Расточек. Что ты хотел сделать? А, полить твои штучки. Твою свеку. Полей мои штучки, пожалуйста. Так, я пойду отнесу яйца и отнесу камушек Гюнтру. Потому что у тебя, оказывается, был камушек, который я еще Гюнтру не показывала. Okay. Я его нашла случайно в ящике. Вот. А еще, Дима, еще. А, я у себя забыла полить свеклу. Мы сегодня пойдем в пещеру или не пойдем, или нам не надо? Нет, или мы нам пойдем, надо. Ловить огурцы? Нам... Ну, можно пойти порыбачить. Ежа, может, выловим и огурцы, да, действительно. Ежа нужно... Ну, тогда пошли ежа ловить, да. Окей. У нас есть план просто, ребят, эссенцию пустоты взять из... Ой, не эссенцию пустоты, иридиевую руду взять из пруда. У нас есть уже два слитка, получается. Вот один сейчас делается. Ну, огурчик у нас всего один, вот в чем проблема. Их нужно 9. Господи. Давай я схожу, посмотрю, что нам нужно для пруда вообще. Давай, этой барышне. Да, лошадка с бантиком у нас. Опа, вижу, кого я вижу. Блин, лошадь хочу. Зачем? Ну, быстрее ходить. Ой, Дима, иди что, поднимись что, наверх, что, там, что, где что? Поезд ездит, там волшебник что-то какую-то катсцену показывает. Блин, я уже далеко. Сейчас. Вещепырка, тебя-то я и жду, говорит. От мата избавляешься в целом или на YouTube Twitch? На YouTube Twitch, но только я. Это, типа, я только не буду материться. Я, да, матерюсь. Я никогда тебе не рассказывала, что был когда-то женат. Ты тебя ждать или ты не пойдешь? Не пойду, я у этой хорошо. Барышни. Я никогда тебе не рассказывала, что был когда-то женат. Я знаю, это может прозвучать странно, учитывая мой род занятий, но жена у меня действительно была. Ева, 50 тысяч золота нужно для детской. Изи вообще. Мы жили вместе долгие годы, но однажды я совершил ошибку, которая стоила мне жены, говорит волшебник. Так, а рыбный пруд — это камень, морская водоросль или зеленая водоросль? 5 штук. Все есть. 200 камня. Ее злоба и ненависть были настолько ужасными, что она вся позеленела и стала летать по округе, накладывая проклятие на каждого встречного. Они в пруду размножаться будут, нужно только закидывать то, что просят, так что, в принципе, можем один огурец забросить. Mm-hmm. Когда я узнал об этом, я запечатал дорогу к ее дому. Я не хотел, чтобы невинные люди этого города пострадали от ее черной магии. Но сейчас мне нужно снять эту печать. Когда мы расстались, она забрала мои волшебные чернила. Мне нужно вернуть эти чернила. Я должен забрать их сам, но я не могу больше ее видеть, поэтому я прошу твоей помощи. Чтобы снять эту печать, тебе понадобится темный талисман. Спустись в канализацию, поговори с Кробусом. Он должен знать, где найти этот талисман. Я на тебя рассчитываю. Верни мне мои чернила, я обещаю щедро вознаградить тебя. Ступай. Окей, но у меня нету ключа от канализации Кробуса. О, ведьма, Дима, ведьма! Прикинь. Угу. Прикинь, ведьма. Короче, у меня нет ключа от канализации, но мне, по идее, должен дать Гюнтер, когда восстановим полностью его артефактами, короче, всякими. Угу. Закидаем его. Чат, там было написано зеленая водоросль и белая водоросль или морская водоросль? То, что морской у меня нету, у нас нету морской. Блин, морская, не белая. Черт. А у нас нету Ев морской водоросли. Так половить можно, они очень легко ловятся, Дим. Ну да, пойду ловить. Блин, проблема, что в канализацию никак не спуститься. А чего нужно для того, чтобы канализацию спуститься? Восстановить полностью артефакты. Какой? Все. Ну, у этого, у Гюнтера. Слушай, ну я у автобуса, и тут нету волшебника. Дима, я выкопала сундук с сокровищами! Молодец. Я говорю, нету волшебника у меня, он только у тебя. А где? Там, где поезда? Там, где автобус и это... Так нет, нигде автобус, Дима. А где поезда, купальни, я не знаю. Где купальни, где купальни? Блин, да я был рядом, оказывается. Я тебя просто не понял. Я так и сказала, да. Не, я тебя просто не понял. Я думал, автобуса.
Васик, привет тебе, Курочка, добро пожаловать. Черт, уже 17 часов, да как тут время так быстро летит-то, алло? Да, я уже даже не успею к Гюнтеру. Кобздец. Иди, я тебе покажу, где находится сундук с сокровищем. Нигде, в смысле, что я его взяла, что у меня есть. Ну, сейчас. А где купальни? Так, наверху, от Робин. Вот, я только что проскакал туда, видишь? Я слышал тыгдык-тыгдык-тыгдык, да? Да, вот, наверх. Ого, заставка. Отлично. Посмотри заставку, скажи. Ну, я пропущу его, потому что мы слышали, что ты читала. Написано было, чат, что здесь где-то ожерелье. Подскажите, где, чтобы я могла его забрать? Слушай, как ты дерево рубишь. Сори. Сори, я разрушаю вам атмосферу катсцены. Да, может, нужно нажать вот так вот просто. Прудики возле бани, лови удочкой, окей. Эй, это моя лошадь! Вот здесь, Дима, ожерелье нужно найти. Блин. Во, сейчас выловлю. А потом покажу тебе украшение. О, это... О, ожерелье! Ей! Резное ожерелье, да. Угу. Так, сейчас. Что бы выкинуть, что бы выкинуть. Окей. Смотри, что есть. О, я тоже выловил. Смотри, смотри. Ага, вижу. Клево. Пойдем попробуем, да. Что же выкопать. Не знаю, будет у тебя или нет, но пойдем. Из него бабла, говорят, дадут. А зачем ожерелье нужно? Я не знаю. Продать, наверное, тоже или что, чат? Куда ожерелье? Может, его надеть можно? Вот тут, видишь, дырка? Вот я отсюда выкопала, вот тут. А попробуй. У меня лопатки нет. Кирки? Ой, не кирки, а это мотыги. Не, мотыга есть. Вот, мотыги надо. О, о, да, сундук ты тоже выпала. Ништяк. Два можно продать. А можно еще? Ну-ка еще раз копни. Не, нельзя. Прикольно. Отдать Кэролайн или Абигейл надо, окей. Ожерелье, Дим. Кэролайн или Абигейл нужно отдать. А оно для чего? Ну, она тебе что-то за это даст. Это в секретной записке было написано, что они его потеряли. Нужно им вернуть. Кэролайн или Абигейл. Чат, давай что здесь я Кэролайн, ты Абигейл или наоборот. Вечером. В час ночи. В час 30 нужно что-то найти вот за этим... Час 30 нужно. Час 30, хорошо. Короче, нужно в час... Иди к мосту, который возле пляжа, там встретимся. В час 30 там что-то произойдет, Дим. А мы тогда дома не дойдем. В 0.40, точнее, в 0.40. Давай-давай, дойдешь. В 0.40 нужно успокоить. Так что тёпай. Растяжка будет такая язычная. Понял? Чё? К мосту на пляже в 0.40 нужно будет кое-что сделать. Да, бегу. Ну, в 0.40, так что нам еще надо будет подождать. А, я, блин, я успею даже, наверное, яйца отнести пока что. У меня то, что яиц много. Нам нужно опять морской водоросли. 5 штук морской водоросли. Ну вот, как раз можно будет потом В 0.40 за кустом, да, место встречи изменить нельзя в этом плане. Место встречи изменить нельзя. Так, яйца отнесла. Ну, а что твой тыгдык здесь стоит? А я даже на нём проскакала. Сейчас, я просто яйца относила, сейчас вернусь обратно. Нам нужно еще одно яйцо буквально донести, мы и все. Я его к мосту привез. Тыгдык. Хорошо. Вижу. 23.00, в 0.40 нужно потрясти. Что потрясти? Секретное. Куст, куст. Вот смотри, я сейчас подойду к кусту, потом после 0.40 потрясу, и ты увидишь, какой куст я трясу. На, я тебя пока угощу. Че, не могу. Спасибо. Спасибо большое. Здесь просто зеленый водоросль. А на, кстати, тоже тебе. Чем? Я все равно, ну, чаще. Спасибо. А что это? Зелье хилки? Ровно в 0.040 нужно, Дим. Ровно в 0.040. Понял? Угу. Наши дела потихонечку, алмазь. Потихонечку.
О, у меня еще, кстати, жоды есть. А ты говоришь, тебе жоды для чего-то нужны, да? Ну, они же разбиваются, из них всякое падает. Там из каких-то живот просто падает. Ровно 0,40, Дима, не тряси пока, только не тряси! Да не трясу. А то сломаешь квест. Вот в этот квест 0,040 ровно надо потрясти. Привет, Серкрабиус, привет, Серкруска. XM, привет, Росточек. Трясем, Дима, трясем. Смотри, шпехались! Пошли домой быстрее. Засранцы, шпехалищики. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, почему засранцы-то сразу? Так-то мы их и раскусили. Да что они скрываются-то? Шпехались мы при всем. Ну да, в клубе прям. В клубе, да, на полу прям в центральном. Жесть. А помнишь, мы у нее трусы его нашли? Вот, мутят, мутят, пока никто не видит. Мутят потихонечку. Ля какие. Ништяк. Я не успею. У меня тыгдыка нету. Наверное, не успею. Успеешь. Слушай, а продать сундук сокровищ? Давай я попробую тут продать сундук сокровищ. Попробуй. Я просто не знаю, как, где именно его продать. Попробую тут. 10 минут, Ева. Я бегу. Я буду ночевать в твоем доме, потому что не успею ночью. О, успела. О, за сундук 5000 дали. Сейчас тоже поставлю тогда продавать. 26-й день лета. Надо успеть, это лето сейчас закончится уже. И не выловим, блин, ежей. Ну, а о, опять дождь. Ты сегодня поймаешь. Черт. Черт. Ну ладно, дождь тоже неплохо. О! О! Молния! Молния! Молния бахнула. Да, я видел. А куда? Этом. Куда она? Она не да, в эту штуку? Она, не, она... Нет, не попала. Но это этот какой? Это дождь с молниями, значит, будет сегодня. Что будет? Ну, эти аккумуляторы. Нам 5 штук нужно. Что, по-хорошему, еще больше нужно, конечно. Опять бахнуло. Круто. Эй, смысле, отлично. Так, нам яйцо нужно всего одно еще отнести, так что, собственно, я могу делать майонез опять начинать. Хорошо. Блин, не забывай, пожалуйста, копать, я очень сильно хочу... О, а я не вижу больше эти штуки. Ну да, я просто к тому, что очень сильно хочется динозаврика тоже вырастить. Короче, я пошел ловить рыбу, потому что я хочу поставить пруд нам. Давай. Морскую водоросль, точнее, пошел ловить. Давай, давай. Все, яйцо одно оставил. Вот шпехаются они, официально отношения не оформят. Мэр нехороший человек. Вот я про то же, вот я про то же. Уже давно бы официально все оформили и не парились. А у мэра, может, жена есть? У него есть жена? Нет, он один. И, насколько я понимаю, эта девчонка тоже одна будет. Ну, женщина, точнее, девчонка. Только у этой женщины есть ребенок вроде как. Дочку. Или внучку, я не знаю. Вилли стоит так одиноко, рыбачит. Во время дождя. Я рядом тоже встал. Да, лето скоро и в игре закончится, чат. Представляешь? Скоро это... О, еще одно дерево апельсиновое выросло. Ау. Так. Так. Телепия есть. Как вообще самому найти это? Именно в 0.40 потрясти этот куст, как просто. Самому никак, это выпало. Как... Да не чат сказал, это выпало мне бумажкой, и на бумажке написано было, что в 0.40 нужно пойти. Воишь. Секретные записки везде разбросаны, находишь и делаешь чудо. Ей, морская водоросль. Еще 4 штучки. Всего 4 штуки. Марни перерисовали, она раньше намного старше выглядела. Ну так, может, она просто помолодела, что перерисовали. Так, здесь расставили. Ну, у нее сейчас мэр появился. Ну, любовь да. Молодит. Ну да, вообще, по факту. Я выловил рыбу новую, барабулька называется. Барабулька.
Так, я сыр козий кладу. Еще один. Я, короче, свеклу кладу в холодильник. Трогать ее нельзя. Должно накопиться 10 свекол, понятно? Хорошо. Нельзя трогать. Не вздумай. Тронешь свеклу, руку сломаю. Ничего себе. В любом случае. Но я имею в виду шутку, конечно, типа там. Взломать. Ага, а цветная капуста сыром не из свеклы делается? Из цветной капусты, я надеюсь, с сыром? Просто я ее делаю, ну, себе пожрать. Не знаю. Та-ра-да-дам, Брэви Вумен. Это что такое сахар? А, нужно что-нибудь приготовить, кстати. Пшеничного камня, полно еды, чтобы... Блин, Ев, это... Морская водоросль прям очень хреново ловится. Я всего одна штука. Так, сюда. Я блинчики приготовила, положила их в сумку, в которой обычно хакушка лежит. Хорошо. Я помню, скоро сможем дом расширить. Бабочкин комод. У нас есть бабочкин комод, только Дима хочет еще один, чтобы себе купить. Но угу. Один уже есть, вот он. Отсюда бабочки постоянно вылетают. Ой, кстати, нужно тут тоже посадить что-то, по-моему. А ты себе это аквариум не хочешь? А мне домик еще не улучшен. Я вот сейчас, когда домик улучшу себе, 450 древесины надо, тогда да. Я сейчас возьму 450 древесины, хорошо? Угу. А ты забрал! Нету! В смысле? Обычные древесины? Всего, обычный? Да. А, ну я же из нее делал сочники и бочки. Блин. Но у меня с собой 79 еще есть. Ладно, мне 450 надо. Сорян. О, есть морская водоросль, еще одна. О, вино, Дим, у нас есть вино из персика. Надо отнести. Кайф. В этот, в Джорджа. Я отнесу, или ты пойдешь со мной, как хочешь. Не, я рыбачу. Хорошо, тогда я отнесу. Доеду на лошадке. Ловлю тилапию, барабульку и морские водоросли. Вино из персиков, да. А вот эти из одуванчиков тут нельзя вино делать. Прикинь. Угу. Не дотёт. Золотая руда выпала. У меня больше нет винишка. Ой, в смысле молочка. Винишка, мне бы сейчас винишка, конечно, да. Вам что, винишка? В смысле молочка, пожалуйста. По Фрейду оговорочка. Еще две морские водоросли, и все, и рыбную эту штуку можно поставить. Там 5000 нужно будет. Потом мы уж расширим тебе дом, или ты вот расширишь дом. А потом нужно будет накопить 50 000 на мое расширение еще, чтобы детскую поставить. И посмотреть, и охереть от того, сколько она запросит за подвал. Там, наверное, 1150. Давай, слушай, мне не критично, давай сначала твой дом тогда расширим. Ну, серьезно, типа, мне не критично. Да, тебе это... Ну, в смысле, ты же готовишь, у тебя там будет кухня. Я холодос. Себя поготовлю, ничего страшного. Не критично. Ну тогда мне нужно холодос, да, обновить? Новый холодильник. Ну второй поставить, да, будет. А сколько она потребует за подвал, интересно? Если детская для нее это 50 000. Не знаю. Есть кофе из одуванчиков, кстати. Серьезно, ничего себе. Мне теперь хочется вина из персиков. Блин, не, я не хочу. А, я в Джорджу хотела отнести еще, забыла. Ладно, пофиг, сейчас поверх пройду. Это там палка была, Тесла-вышка из Red Alert, бьет током всех врагов. Не-не-не, это молния, наоборот, в нее ударяет. И она аккумуляторы типа плазит. Да-да-да. Много, так что копите. Нужно очень много, говорят, Дим. Ну, понятно, я понимаю, там 50 000 за детскую, за подвал, я говорю, наверное, 1150-200 потребует. А нельзя... Нужно вино серебряного качества. А как сделать вино серебряного качества, Чарли? Ну, оно рандомно делается, нет? Или из серебряных... А, подожди, из серебряных или золотых вещей, да. А у нас там нету разы? Нет. В ящике там были какие-то винцы. Ну, тогда я это винишко продам. Выдерживать в подвале надо. Так вот. Ну, тогда еще не скоро.
Как в Москве с вакцинацией, я не знаю. Ну, как она, типа, да, перспол поменял, почему у нее на голове бантик? У него? А что мешает бантик мне таскать? Без смены пола? В чем прикол? Да, вопрос. Проблема. Я яйцо потратила! Фак, я забыла про то, что нужно одно яйцо, и потратила его. Ну ладно, еще 3 дня, и завтра принесу. Да, есть еще время. Щит! Привет. Тебе винишко на. Спасибо, от этого подарка исходит позитивная энергия, конечно. А, кстати, это Эмили? Это твое? Не то. Не ее. Так, еще жрели, никому не отнес к стану. Вот я тоже, я ищу, кому можно дать натрифельное масло. Дай тебе. Разве не чем дольше держишь, тем круче? Что именно? Че, а вино. Кому говорили о жерелье? Эмили и кому-то еще. А, ты уже получил за подарок, окей. Здорово. На сырку, прикусь. Дым, здорово. Мэр? Чуть с ума не сошел, пока клип делал. Что-то с интернетом совсем гибнет вечерами. Шат чувствую. Блин, да, давайте, знаете, как сделаем? Давайте вот эту вот водоросль сюда поставим. Это меня бесит, то, что я не знаю, сколько у меня ее. Харви не понравился сыр. Я ему подарила сыр, и он такой, типа, мее. Это вредно для здоровья, типа, скорее всего. Ну и забери у него, че он? Ну да. Верни сюда. Ложь сыра, если не нравится. Люблю сыр. Я вчера увидел, что у нас есть сыр. Блин, нифига, там какая-то мощная рыба была. Что у нас оставался сыр. Такой нормальный кусок, сантиметров 5-7 в длину и 2-3 в ширину. Я просто взял хлеб и начал есть сыр с хлеб. Просто так, типа, не бутербродом даже. А Эбигейл где живет, чат? Прости, что я спрашиваю, такая страна. Просто он вот здесь, да? Ой, мусор съел. Точнее, поймал. Да, я, наверное, уже не найду. А, у Пьера? У Пьера тоже сейчас будет закрыт. Эбигейл у Пьера? Хотя нет, Пьера открыта. А вот, вижу, Эбигейл ходит, да. Но она там далеко ходит. А мы как в итоге? Ты Эбигейл, а я вот этой второй, да? Нет, это все одно и девушка. Кэролайн нужно подарить. Что? Это мое ожерелье? Странно. Даже не знала, что она потеряла. Что ж, спасибо за находку, вещепырка. Пожалуйста. Я подарила. Ну, отдала ей. Мне тоже надо будет сходить. Нормальные летние семена. Ух, чудо-огурец я нас достал. Ух, кайфово. Здоровый, он такой противный, как глиста здоровая. Если отдать Кэролайн, то это подстава для Эбигейл, потому что она взяла жерелье втихую. А, лол, я отдала Кэролайн и подставила Эбигейл. Дима, так что отдавай Эбигейл ожерелье. А кто такая Эбигейл? Не знаю, но не девушка с зелеными волосами. Девушка с зелеными волосами у Пьера — это Кэролайн. А если Эбигейл, отдать ей, то не подставить? Говорят. Нет, не подставишь. У нее фиолетовые волосы. Да. А где ее найти мне? У Пьера тоже. То ли его дочь, то ли кто-то. О боже. Ну дай мне последний. А, еще 2 куска морской водоросли. Блин, целый день рыбачу на море, прям с самого утра, и всего 3 штучки морской водоросли нашел. Да, это ее дочь, у нее фиолетовые волосы. Все, я поняла, чё. Дим, так что дари девочке с фиолетовыми волосами. Я понял. Звучит как название книжки какой-то. Девочка с фиолетовыми волосами. Ожерелье девочки с фиолетовыми волосами, да. Или просто девочка с фиолетовыми волосами. О, вино из апельсина, вино из винограда. Так, ладно, все, я пошел. У нас завтра еще надо будет сходить просто. Я тогда оставлю пока вино для того, чтобы мы его в подвале выдерживали. Не все, но немножко, типа. Ну да, да. А оно выдержано и дороже, получается. Ну, отлично, пускай лежит. Нам пока не критично его продавать. Ну, не обязательно, то есть.
Ну, деньги разве что быстрее копить, потому что они нам нужны будут в огромном количестве. Блин, у нас бабла достаточно, серьезно. Нет, 50 тысяч нужно на детскую, и хрен знает сколько еще на следующую, потому что твой дом... Ля, мы забыли грядки срывать, там уже черника и все остальное на миллиард тысяч поспело. Господи, ну да. Вообще у меня вылетело из головы, что у меня там грядки есть, офигеть. Даже примерно не помнила про них. Черт. Простите меня, грядочки, простите. Пожалуйста. Так, я, получается, огурец я не продаю, да? Огурец нам нужен морской. Ну да. Найс. Да продавай пока вино, все равно до подвала еще далеко. Ну, блин, жалко. А ракушки нужны? Для чего гребешки? Вон, подам. Какие гребешки, ракушки? Ну, на пляже, который лежал. Все, я положил 70 дерева обратно. Час 20, я имею в виду, успеть вернуться. Я просто сорвала все, что могла сорвать. Морской огурец. Пёс! Ну, ё-моё! Не пускай, да. Не пускай меня. Успела. Кристофер Сольберг, привет, Ростовчик, добро пожаловать. Я, короче, засмотрелся на рыбок и упал у кровати прям. Я успела собрать все, что было на грядках. Жесть, я все очень много собрала. О, ты продал. Только за 5 тысяч. Ура, еще 12 тысяч. Тысяч. Дядя Дима за 5 тысяч. Чего? Это старая песенка. Ой, как много бабочек. Полтинник, все можно дом улучшать, но я сначала... А древесина твердая разве не нужна? Да, нужна. Я все равно 5000 еще потрачу на этот... Как его? О, Дима, аккумуляторы. Я вижу, да. Сколько у нас аккумуляторов? Ну, наверное, 3. Должно быть. Должно быть 5. Нет, да. Ага. Вот плюс вот один. Меня... Давай я буду складывать, чтобы не потерялись, я положу вот сюда. В ингредиенты, собственно. А вообще, что стоит поставить еще аккумуляторы? Что они нам явно нужны. Инкубатор слаймов я могу поставить. Дим, холодос, сделай, пожалуйста. Немножко. Очень нужен холодос, прям жесть. Ну, за еще подожди. Шо. Камень, да. Который хотите размножать. Так, подождите, а иридиевый слиток в размножателе мы можем размножать? Сейчас бы размножать или размножать, конечно. У нас же кристаллиум, вот здесь стоит кристалл. Правильно? Как его взять? Там написано, вставьте любой камень, который хотите размножать. Ева, это, походу, я не умею ставить эти штуки. Строить. Походу, ты их умеешь строить. Какие? Ну, эти. Молниеотводы. Отбиватели или как они там? Громоотводы. Прикольно громоотводы. Звучит. Молниеотвод прикольно звучит. А куда мне огурец положить? Ой, я вот знаю. Тут я... Вот тут лежит. Во втором ящике, Дима, во втором. Я положу в этот, в свой аквариум. О, здесь можно. А как ты потом оттуда достанешь? Хотя водоросли можно посадить, если ты забыл. Напоминаю. Так, отлично. А, я не полила твою цветочку. А, типа рыба. Чуть не засох. Чуть не засох, но не сох. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Странно. Ой, я забыла положить стекло. Блин, я 10-й раз уже прохожу через твой дом и каждый раз выполняю какую-то новую функцию. Забываю вообще, что я делала, что нет. Ладно, я положу морской огурец сюда. Он, кстати, золотой. Хорошо. Чудо. О, Дим, еще один аккумулятор нашла. Сейчас соберу. Отлично. А ты можешь посмотреть все-таки? Да, ты можешь вот делать аккумуляторы? Еще аккумулятор. А делать аккумуляторы? Именно да, делать? Но... Нет, они только с помощью молнии же создаются. Нет, вот громоотводы я имею в виду. А, громоотводы. Что я их не могу делать. Угу. Громоотводы, по-моему, могу. Да, могу. А что для них сказать, надо? Что нужно? Да.
Один железный слиток, один очищенный кварц и 5 крыльев летучей мышь. Сделай, пожалуйста, штук 5 еще хотя бы. У нас есть летучая мышь, ладно уж, потрать. Ладно уж. Штучек 5 и расставь их там где-нибудь, пожалуйста. Боже, что? Сейчас, подожди. Я пока что провожу ревизию того, что у нас имеется. Собираю всякое. Всякое важное. Так, еще 2 морские водоросли нужно. Сюда пойдем польем. Блин, я сегодня, так понимаю, не выйду с огорода вообще, потому что тут миллиард тысяч дел у меня вообще-то. Я когда выйду, пойду рубить дерево, потому что нам же древесина очень нужна. Да, дерево нужно прям очень много. Я и говорю, я сегодня не выйду, походу. Ну, такие проходные дни здесь на ферме, это норма, а чё нет, все время фармить надо. Иногда просто фармить то, что... ну, то, что фармится на одном месте, типа вот я фармлю морскую водоросль, иногда там в пещеру хожу, а ты там дерево и огород. Так, я хмеля пособирала побольше. О, у нас дерево с редкой древесиной почти выросло, растет. Кайфово. Очень хорошо так. Стартанул, ломанул. Сюда. Пускай растет, ладно. Найс. Блин, у нас древесина, конечно, растет на участке. Я не сказала бы, что ее много растет, на самом деле. Рексорок, привет, Серосточек, добро пожаловать. Так, еще одна тоже древесина жесткая. Ай, блин, это тут очень неудобно посажен, на самом деле. Я почти уверен, что это я сажала, так что... Коряво, конечно, посажено. Вообще пипец. Считаю, вообще ни одной древесины почти не получила за это. Так. Отлично. Тут тоже вот что это? Джорджа Колу еще вылилось. Ты бы стала пить Кока-Колу в банке, которую выловила на удочку в море? Я выпила на днях такую. Да? Ну, класс. Тут, давно, давно у моря была. Вчера. Как? Так, морская водоросль, еще одну. Еще одну, пожалуйста. И что, дерево утонуло? Да, все, его никак не забрать. Оно, считай, навсегда упало. К сожалению. Так, у нас 4 аккумулятора уже есть, если что. Кайф. Еще один, и все. Блин, у нас с тобой как-то странно разбросаны вещи тут повсюду. Неудобно вообще, капец. Что тут интересно? Чем ты шутки ставишь? Шушу миллиард. А в смысле странно? Оно же там вроде, ну, логично все расставлено. Нет, я имею в виду, по сундукам у нас разбросаны вещи странно. У нас больше половины того, что уже есть, почему-то вбросано все еще. Типа в другие, ну, в соседние, скажем так, сундуки. Нерационально. Не понял. Распределение так... пространства сделано. Вот я прочитала. Так вроде я про это и говорю, вроде логично все расставлено. Не-не-не, то, что в холодосах лежит, у нас еще и в сундуках снаружи лежит, и поэтому начинаю путаться, типа, где кого, чего, как, куда. А, ну за холодос это ты отвечаешь. А сундук с едой, если Ев, если ты сундук с едой разберешь, то можно будет туда вместо него поставить крафт-машину. Ну ты же не делаешь второй холодильник, мне некуда складывать вещи. Крафт-машину. Сделать второй холодос, я разберу. Ну сделаю, когда 5-ю морскую водоросль поймаю, я к ней пойду и сделаю, чтобы не бегать туда-сюда. У меня одна последняя осталась водоросль, я к ней. Ну уже завтра, судя по всему, потому что уже 16 часов, приду к ней, она скажет, не, не нормально. Я еще, прикинь, только на ферме. Хожу, делаю дела. Вообще пипяо. Нормально. Я больше сундуков ловлю, чем водоросли. Фух. Так, это сюда. Это сюда. Хотя, знаешь, что? Тут пирожки я вставлю. Вообще, подарю. Там, в городе.
морская водоросль, приди, я взываю к тебе, давай последнюю мне, пожалуйста. Я тут вдруг понял, что внутри, где лодка стоит у этого чувака, там же тоже вода есть. А если я там порыбачу, что, что-нибудь уникальное вывез? О, я думаю, нет, это же то же самое море, по сути. Ну да, но локация-то другая. Вот, я еду его относить к Ашим. Ну-ка, вот, я пойду вот попробую. Тут прямо сейчас. А, заперт, ясно. В смысле заперт? Он же сказал, заперт, что он будет держать открытым. Да, подвал, видимо. А мне все дверь закрыл в 5 часов, придурок. А, ясно. Странно, ну ладно. Через окно ему бревна закидывать. Недавно знал один прикол. Если сундук полный, то можешь его сдвинуть с пустой рукой, становишься к сундуку, двигаешь, а кого-то толкаешь. Да, мы двигали так. Я это у Димы в доме как раз так двигала, когда не понимала, куда мне поставить вещи. Тык-т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 ык. Так, вот сюда. Приготовить горяченького? Даже не знаю, что у тебя еще есть. Спагетти, как я умею. Не, жопа какая-то. Не слышу тебя. Эм, на вас не реагирует. А я не с тобой, я говорила, бубнила под нос опять. Класс. Да, ну Ев, ну скажи что-нибудь, чтобы... Что? Ну, чтобы водоросль пришла. Водоросль, приди! Пришла? Сейчас посмотрим. Может он попадать вот в эти штуки? Mm-hmm. Написи. В любое время можешь ресурс принести, ну да. А, кстати, Вилли бухает, сидит в городе. Ну, зашибись. Я бы ему вот прямо иридиевых слитков через окно накидал туда и сказал, сука, в любое время, да? А Шейну вы говорили, яйцо, да, надо дарить? А, блин, он у меня уже... Какие два подарка он от меня уже получил на этой неделе? Я что, дарила Шейну вообще хоть раз? За неделю? Не игра, получилось. Игра, мне кажется, меня с кем-то путаешь. Морскую водоросль словить. Пипец, все, уже два подарка не получил. Все. Дим, я выполнила задание. Ой, умничка, с яйцами. За 3000, да. Сейчас тоже за 6 получается. Бабло. Ну да, за 6. Там есть задание кузнец. Теперь на 1000 камней. Надо будет сходить. Подолбить камень. Блин, прикинь, короче, прихожу в салон, где все стоят бухают. И начинаю, короче, рандомно дарить перья, яйца, апельсины. Короче, просто захожу в салон, значит, с коробкой. Говна, ну, если ништяков, и начинаю всем просто надаривать, судорожно. Импульсивный даритель, да, не говори. Так, следующее задание. Есть! Все, 5 водорослей, отлично. Прикольно. О, смотри, кто за неделю может собрать 1000 единиц камней, получит награду. Да, да, вот это возьми, вот это возьми. Хорошо. Я пойду долбить камни. Дела. О, привет. Здорово. У нас два так, дня, Дима, осталось. Для бомбы нужны железные руды и уголь. Что? Дим, за два дня успеешь? Камни насобирать? Да, за два дня нужно 1000 камней надолбить. За два дня 3 камня. Ну пошли, да, пошли бомбы сделаем просто. И вместе да, в да. пещеру черепа отправимся, и там нахерачим эти бомбы, и все. Не в пещеру черепа, зачем? А, ну иридиевую руду, чтобы сделать. Ну, в принципе, ну, да, ладно, да. Да, да. Бомба — это просто минус уголь, который очень дорогой. И железная руда. Ну, ладно, уголь падает в пещере черепа тоже постоянно. Мы вот сюда выходили, я очень много там выбила. Ой, а чё я как-то, короче, очень странно я пошёл. А, я с тобой просто пошёл. Пошёл за Евой, очень странный ход. Маршрут увидел, точнее. А, нет, это не локс. Я в Sea of Thieves только начинаю играть, поэтому я такое, к сожалению, не знаю. А что там в Sea of Thieves? Я вот, ну, я... Просто меня не тянет в Sea of Thieves. Почему? Потому что я не вижу там... Какого-то, там сюжет, ну, есть, говорят. Продвижение, ну, какого-то. Вот, не-не-не, там есть такого. Продвижение. Вот ребята, когда мне показывали, как начинать играть, вот получается Кекс, Алмаз и Реновала. Там прям можно начать сюжет и закончить сюжет. То есть там прям полноценная игра. Еще при этом побочек кучу можно выполнять. Ну и при этом еще баталии, водные сражения и все такое. Какие-нибудь случайные события. Кучу разных. А вы можете делать мега-бомбы? Они делаются без угля, говорят. Да, эссенция вот пустоты, солнечная эссенция и золотая руда. Совсем херня.
Ну, у нас на самом деле дохерна этого лежит. Так что сделай. Соты и золотая руда. Ну, давай. Ну, и одну санс... Короче, 27 бомб получилось. Одну санкцию солнечную я оставлю. 100 с лишним золотой руды потратили. Но уголь сохранили, спасибо. Лэйзи Виз пишет. Я взял задание на 1000 древесины зимой, когда деревья не растут. У меня пришлось покупать больше половины древесины. Ев, Ев. Да. Радужную ракушку куда положить, я не знаю. Я не помню, куда я клала, если честно. Ну, положи в один из сундуков. А, вот, по-моему, самым левым сундуком. Самым левым, да. Блин, что тут оставлю, это ужасно. Спать. Да подожди, ты еще куда спать-то рано? Рано. В смысле рано, алло? Ладно, я иду. Блин, не иду, мне нужно забросить яйца сделать. Чтобы они к утру были готовы. Теперь иду. Я успею, я успею. Я успела в дом забежать. Да, бабла не сниму, даже если я не успею лечь. А я не успела лечь, кстати. Ну, главное, в дом успела сбежать, хорошо. Как поставите бомбу? Сразу очень быстро бегите, сказали. Ну да, я знаю. Я вязал бомбы, ребята. Вот эту супер большую бомбу, да? Ты да, и мега бомбу вязал. Угу. Сейчас пойдем это... в пещеру черепа. Как вам? Лето когда закончится? Мы просто ежей не успеем словить. 2 дня осталось. Ну тогда, может, ежей сначала. Холодос! Дима! Спасибо за яйца, желтки просто замечательные. Я думаю, что из них у меня выйдет самый лучший омлет. Причем два холодоса. Уважаемые вещепырки, сегодня около 22 произойдет редкое очень красивое событие. Полуночные медузы уплывают на зиму на юг, они будут проплывать мимо нашего города. Если захотим посмотреть, пойти. Это круто. Так, малыши, не разбегайтесь. У вас очень много, малыши. Я могу забыть кого-то погладить. Так, я всех погладила, малыши. По-моему, всех, но это не точно. Вот еще трое тут сидят. Я могу у тебя поставить холодос или нет? Да, сейчас освобожу место под него. Давай. Под 2 холодильника сразу освобожу. Ну, получается. Я, да, под 2 я освобожу. Нужен стол более прикольный. Стол? Угу. Оставь эту миссию на меня. Более какой-нибудь хороший стол. Угу. Как двигать, говорите, сундук заполненный? Да я не прошу у шайтана молока, боже. А? Как они тут толпятся, это просто жестко. Ев, как двигать заполненный сундук? Левой мышкой. Просто тыкаешь все. Блин, ребят, вы можете посторониться? Что вы тут все столпились? Все, я не могу вас погладить, глюпые коровы. Вот, найс. Так, изи. Так. Где еще? Что, яиц больше нет? А что так мало яиц, я не поняла у меня? Это очень странно, ну ладно. У нас ленятся животные, Дима, они не дают яйца. Сегодня около 22 произойдет редкое очень красивое событие. Полуночные медузы уплывают на зиму на юг, и они будут проплывать мимо нашего города. Мы все собираемся на пляже, чтобы посмотреть на них. Постарайтесь не пропустить. Угу. В 22. Уже завтра у вас новый сезон. Тут в сезоне 28 дней. Дима, нам сейчас тогда нужно ежа ловить, быстро! Не поймаем ежа, будем ждать следующего лета. Быстро летим к ежу. Я вот сколько дней ловил, я не попался мне еж ни один раз. Можно еще раз попробовать. Бежим срочно на море вообще, без всяких других дел. Медузы летят на юг, да? Медуза. Так, продаю, получается, продаю.
просто на море ловить и все, да? Да, на море. С 12 до 4, Дима. С 12 до 4. Ну, вот я говорю, я 2 дня ловил с утра до ночи, ничего не выловил. Так что вряд ли мы, наверное, выловим. Попробуем. Ничего страшного. Ага. Хер. Ну все, мы просрали ежа. Туда не пускают, потому что там идут подготовки к празднику. Блять. Ну ладно. Сегодня воскресенье, да? Я попробую, пойду у торговца посмотреть. Может, у него есть рыбоеж. А для чего нам рыбоеж? Для задания для какого-то сюжетного. Так, ну мне нужно это... Камни нужны. 2 дня. Мы не успеем, если сейчас не пойдем тогда. Косяки. Ну, значит, завтра уже успеем. У нас же завтра тоже считается. За один день вряд ли, сомневаюсь. Да успеем, ты чё? Изи 1000. Вообще. Хавчик наберем побольше и будем из пещеры не вылезать с самого утра. Так с самого утра не выйдет, потому что у нас телепорта нет. Мы только есть в 12. Есть пустынный один телепорт. Ну, один. Ну, вообще, да, один. Ёжик, ещё у торговки можешь попасться. Да, я знаю, я вот сейчас еду посмотрю. Знаю, поэтому и еду. Блин, правда, я единственный в пятницу пропустила торговку, но пофиг. О, рыба ешь, Дима, за 800 этих, правда, одна всего. Нам нужно 2 вроде, да? Круто. Ев, нужна срочно твоя помощь. Чё это так? Нужно, чтобы ты домой пошла быстрее. А что там? Успеешь вырубить 2 дерева вот эти, которые растут возле, перед лавочками в мини-парке? 2 дерева вырубить? Какие? Да, вот эти маленькие деревца. Вот эти вот справа, которые маленькие. А зачем они? Я туда пруд поставлю. Справа только, которая. Почему туда? Мы же можем в другие места отлично. Ну, место ставить. Отличное просто. Прям хорошо, идеально подходит. Слушай, и я тогда туда положу, знаешь, что, рыбу ежа. Хорошо. Сейчас отходи. Чтобы теперь. Мы не покупали отойди. Вторую. Во, все. Ништяк. Я тогда говорю, поставлю сюда рыбу ежа потом, и мы сможем его выловить просто. И все. Угу. Все очень просто. А, ты просил меня сделать эти штучки, да, громоотводы? Угу. Сейчас сделаю. Каталог мебели 200 тысяч золотых. Что, шизанулась, что ли? Каталог 200 тысяч? Простите, пожалуйста. А, слушай, Дима, если ты подойдешь к торговке, может, у тебя там будет рыба-ёж, и тогда... А где торговка? А где торговка? Выходишь с нашего... С нашей фермы вниз. Вниз, через нижний выход. Понял, да, как к Марне идти? Вот, и там налево идешь. Я просто вот вышел, сразу налево топай. И там, короче, будет эта торговка. Главное, никуда не сворачивай, просто топай налево. А для чего еще раз душистый горош? Горошек? Ой, горошек. Ёжик. Зачем? Для миссии. Это вы еще золотые часы для фермы за 10 миллионов не видели? Хорошо. Ясно. Что вы не видели? Возьми лошадь, да, скачешь на лошадь. Где она? Не потеряешься. А лошадь где лошадь? Стоит вон там, вот, там, где елочки у нас. В парке стоит, в парке. Вот здесь вот, да, вниз выйти? Ну, там, ищи, там пути всякие есть. Короче, в самый низ нужно. Как ты, типа, к Марне идешь, вот так и топай. Как будто к Марне. Уже 4 часа, я успею. Ну, тебе... надо до 9... Тьфу, до 8, по-моему. Вот я у Марни, и налево, да? Да, и налево просто иди. Ну, все, вижу ее. Вот, смотри, рыбу ешь, там есть пить. Не-а. Ну ладно, я посажу тогда. А где у нас лежит... Где у нас лежит тотем-телепорт? По-моему, вот тут, да, в доме? Да, вот он. Так, я тогда пока в холодосы буду перетягивать еду всякую. Давай. Всячу.
Как золотые корпуса для PlayStation 5, да. А вот эти вот деревья, которые здесь маленькие на входе растут, они не вырастут. Нужно, чтобы между деревьями 4 блока было. Растут. Они там вообще как бешеные растут. О чем мне тогда говорили про 4 блока? Ну, вот эти вот дикие деревья, они растут вообще везде. Пофиг. Так, я лошадку здесь вставляю в парке. На, это тебе. Сейчас, секунду. Ой, нет, рыбу ешь, нет. А, фух, я думала, я съела, боже, меня аж дернуло. Ой, спасибо, а где ты взял? В теплице сорвал у меня? Нет, у торговки. А, спасибо. Ясно, почему я ее съел? Че за дела? Я ж тебе ее дал. Ну, лол. Удачи. Класс. Сказочный рост тебе принес, называется. Блин, ну на ягодку класс, тогда вообще. Хотя бы. Спасибо. В этой игре для меня самое отловить рыбу, понимаю. Душистый ежик. Вообще ежики после помойки капец какие душистые. Я пару раз встречала, воняют, как будто кого-то на них сблевало, а потом еще они при этом тупо лежали пару дней. Ужасно вонючие. У нас немножко поменялось. Да, цвет только поменяй, пожалуйста, мне нравится. А верни цвет обратно сама, пожалуйста. А я не помню, какой был. Красный или коричневый? Какой? Нет. Не могу их раскрыть, потому что у нас уже стоит бордовый. Это тебе схавал сам, да-да. Так, вот этих огурцов, осторожно, мы же будем разводить их, помнишь? Угу. Не схавал тоже. Синий был, да? Сейчас поставлю тот синий. Спасибо, чувак. Ну, так, успею я пойти дворфу подарить этот свиток. Смотри, какой цветок нашел. Я случайно, я думал, я подарил уже и тыкнул. Ага, ну, типа, ага, что ага. Тыкнул, что я подарил. Ага, ага, ага. Ага. Так, нужно закрыть этим чувачкам двери. Я тогда то, что в теплице растет, все-таки сорву, Дим, или оставим? Можешь сорвать, наверное. Засадим по новой что-нибудь, да? Ну да. Или все-таки оставить? Да можно это было очень круто, это был очень красивый, крутой подарок, но можно использовать теплицу уже по этому. Вот. Все, срываю. Назначению. Вот, либо можешь часть освободить, чтобы было и красиво, и полезно. Все, я уже срываю, поздно. Ты все срываешь? Да. Блин. А что, верх... Ну, давай я верхний оставлю, там цветы только раз. Ну, давай, красиво, чтобы было. И чтобы напоминало о том, что я делала. А, 21. Пойдем ли мы смотреть Медуз? Мы можем пойти, если хотите. Пойдем, посмотрим. Сейчас, подожди, я в холодос уберу тогда продукт. Карамбола, 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 а цветки я не знаю зачем, так что я буду их просто людям раздаривать в городе. Ты уже пошел, Дим? Дим. Блин, не успел, да. Ты уже пошел? Да, не успел подарить это, отдать. Девочки с фиолетовыми волосами. Она мимо меня проходила в дом, который закрыт. Да, я уже пошел, но я тебя жду. Я иду, иду, иду. У моста. Я иду. Но я не очень быстро иду. А что, не на лошади? Не знаю. Подумала, что стоит пешочком пройтись. Потому что ты же не на лошади пошел. А сколько они, в 12 начинают или у них уже? Они начали? Уже начались, в 10. Блин, сейчас я должна успеть тогда, а то мы просрём. Марни не то чтобы спешит, Марни тоже такая ходит, где попала чисто. Всё. Ушпели! Привет! Привет, ребята, привет! Марни тут. Всем привет, да. Здесь в этом году и малыши приплывут. Медузы, видели здесь год назад и снова будут здесь в следующем году. Природа такая удивительная. Да, такая удивительная вообще.
Газ, говорит, интересно, они вкусные? У медузы такая беспечная жизнь, волны сами всегда несут. Вот, вот это вот с фиолетовыми волосами тебе нужно, Дим, видишь, вот это вот? Да, да, но она в дом зашла. Я не успел подарить. Игра так выглядит что... довольно оживленная, она и так и оживленная. Это барышня Фантом, то и на самом деле Эбигейл. Настоящая Эбигейл дома уже. Нужно пустить лодку со свечами, Дим, тебе нужно начать квест. Чё? Привет, Let's Hunt! Привет, Росточек, рад тебя видеть. Поправляйся скорее, не болей. Ой, Дим, 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 а ты видишь вот этого чувака, который стоит вдали от всех, с длинными волосами, весь такой да. дико поэт? Да, это да. муж моей бородатой женщины. Угу, Элиот, я понял. Ну? Я не могу. У мэра, наверное. Да, пускай лодку. Угу. Он гусиные перья очень любит, хорошо. Я всегда хаваю блюдо на скорость, и Ева так непривычно медленно ходит. И все, короче, лодка уплыла, прикинь, медузы не приплыли, жесть. О, приплыли, вот они. Эй, медуза! Еще. Красивые. Вообще их миллиард, смотри. Угу. Ой, ой, маленькие, маленькие медузы, да. А те зачем-то прям к песку поплыли. Сейчас же выкинетесь на берег, вы чё? Да не, вряд ли. Они же... Ой, смотри, там природы. Еще какие-то, смотри, смотри. Типа где? Цветка, вон, справа. Где? Я не вижу. О, вон вижу, справа. О, жесть, вижу, вижу, вижу. Он прям к тебе плывет, Дима, ага, тронь вижу, рукой. Вижу, вижу. Ёбнет или нет? Попробуй. Что? Смотри руку. Класс. Я думаю, на море мы с Евой примерно так и будем делать. Ну, смотри, Дим, акула. Ну нет, ну, я как... не буду тебя в реальной жизни. Бахни его просить. Со лба. И чат такой, не должно. Посмотрим, не ответит должно. Он или нет. Ёбнет, не должно. Свет лета погас, теперь полуночные медузы устремятся навстречу неизвестности. Не, Let's Hunt, не вспоминай, это грустная сцена. С Уилл Смитом, говорю, сразу вспомнила сцены с медузами из «Тем жизни». Mm. А я не помню ее уже. Ну вот, верь мне на слово, это грустненько. Ну я знаю, что он грустный фильм, но я уже не помню его. Сосплю. Эх, лето закончилось. А ты, получается, ну а что будем делать с этим ежом? Так я одного купила, и в прудик просто забросим ее. А, точно, они размножатся. Да. Осень! Теперь можно свеклу сажать еще. Вообще нужно первым делом сейчас пойти купить эти семена осенние. Первым делом надо идти камень добывать, Ев. Срочно. А, точно, блин, сори, я забыла. Ну пошли тогда. Я приготовил тебе кое-что вкусное этим утром. В салуне налетай, твой друг Газ. О, блины приготовил. Блины я приготовила. Не ешь блины Гаса, я приготовила блины. Мои блины лежат в белом ящике. Иди и съешь их. А то Гаса он собрался уже эти блины есть. Всё, я взял вообще. Все блины твои тоже. Ты уверен? Да, я все твои блины взял. Пойдем. А, у нас один тотем для перемещения. Чё, пойдем-то? О, я знаю, я пока пойду в шахту с камнями. Ты пока пойди. Точно. Я пока пойду в шахту с камнями. В карьер, о, как он называется. Карьер. Блин, я вот думаю, как мне, наверное, вишневое дерево сюда посажу тоже. Вишневое дерево. О, не полила! Черт! Не полила. Проверь задание на камень. Ну,
открой дневник, алло, боже. А, Дим, задание на камень кончилось, все, забей. Блин. Сори. Я думала, что он не кончится. А я уже насобирал стол. Ну, все, поздно. Но я насобирал еще медные руды, алмазы, золотой руды, железные руды, топаз, изумруд, куча всего. Да пригодится. Три иридиевые руды, Ев, я собрал. Еще. О, молодчинка. А слушай, нам в любом случае нужно будет туда, да, как раз за рудой, так что пофиг. Можно будет забрать. Как думаешь, если я маме покажу эту игру, будет норм или слишком сложно? Да нет, я думаю, что она справится. Я думаю, что сначала будет сложно, а потом втянется, будет больше узнавать, больше читать про эту игру и зайдет. Потихонечку. Зайдет потихонечку. Если на карамбокс не посадить. А дубовая и сосновая смола для еды не используется, чат? Ну, типа, мне в кладосах не нужно переместить, а вот про что. Просто подумалось что-то. Так, это сюда. Нет, хорошо. Привет, человек, говно, привет. Я обожаю Ник. Каждый раз как первый, да? Да. С каждым появлением человека говно в чате мне становится чуточку веселее. Так, рыбу тоже с тобой. А, не ладно, нет, у меня там же есть. Не буду место занимать. Не буду занимать слот. В чем прикол с новыми правилами Твича? Почему все говорят про 22-й год? Все говорят про 22 января, а не про 22 год. И, ну, просто обновились. Правила что-то еще. Чуть-чуть ожесточеннее и чуть более конкретнее они стали. Конкретные такие. Конкретные такие правила. Чат, кленовый сироп нужен для еды или нет? Скажите, пожалуйста, это важно, очень важно. Я остался под мега-бомбой. Ну и, кстати, мне не нанесло урона вообще, фактически. Так, пойду ягодок немного возьму. Черничных. Ягода малина. Блинчики с ними едят. Нет, я в смысле в этой игре. О, знаешь, что я нашел? Мне выпал тотем-телепорт на ферму. Повезло, нифига, что такое везучий-то, жесть. А он как, его куда-то ставить надо? И он, нет, ну, просто завязываешь. Он одноразовый, да? Прикольно. Было бы прикольно, если бы можно было ставить, с учетом того, что он такой редкий. Нет, вы, знаешь, и приехали. Да проехал. Нужен, с него пончики делаются. Хорошо, понятно. Блин, я хочу, чтобы они забеременели, чтобы теленок родился. Или поросенок, или козленок, да кто угодно вообще. Особой роли не играет, главное, чтобы родился. Пончики! Пончики, пончики, маленькие кончики. Блин, ноги жестко. На что пишет? Чё? Проходил, говорит, 8 часов Hollow Knight в режиме стальной души. Это уже второй раз. И говорит, что вы думаете, я сдох на финальном боссе, когда ему остался один удар. 8 часов, игра на 100% без смертей. Жесть. Это как, да, как жестко вообще. Я не из тех людей, вот кто может вот так вот. Вот так вот. Вот это вот, вот так вот. Так что я, конечно, да. Удивлена. Так. А, молочко делаю. О, винишко. Блин, а мне нет с собой ничего, чтобы винишко засунуть. Придется майонезик посовать пока. Мануезу! Есть. Персик.
Персик какое вино, просто персик. Твое вино просто персик. Или персик. Персик, твое вино просто... Там же можно по сети играть. Например, если куплю маме игру, ее внучкам они смогут играть вместе? Да. Смогут. Тут онлайн даже... до четверых, по-моему, да? По-моему, больше даже нет. Я честно просто не помню. Ну, на три точно. На троих. Блин, я так и не купил. Чёрт, я не съездила, не купила семена, Дима. Класс выкинула. Я вот сейчас успею съездить купить семена что-то или нет уже? Он до пяти работает или до скольки, я забыла. Сам игрок еще 4 домика можно. А, сам игрок и еще 4 домика, значит пятером можно играть. Пятерых. А с модами можно играть и в восьмерых, говорят. Видишь, так. Так, ну ладно. Пожалуйста, я хочу успеть. Пожалуйста, Пьер, не уходи. Пожалуйста, продай. Нет, ну Пьер! Ой, зашла в его магазин, и он уходит. Любители работать. Да, вообще, держи тюльпанчик. Подарок просто отличный, спасибо. Пожалуйста. У нас 43 омнижелода, кстати. Мы можем кучу всего купить в этом. В... как она называется? В пустыне. Не уверена, что хочу дарить Алексу алмаз. Алекс, я не уверена, что ты должен получить алмаз от меня. О, Мару. Вот кому я подарю алмаз. Энди, спасибо огромное за подписку на 14 месяц. Спасибо большое. Добро пожаловать в початок. Спасибо огромное. Спасибо. Привет, как у тебя дела? Хорошо? Нормально. На тебе тюльпанчик. Спасибо, выглядит особенно. Спасибо, выглядит охотно. Повал. Ой, стой, стой, стой. Говорят, ты перья любишь. Я тебе специально перо сохранила. Держи. Еще пырка, это прекрасный подарок. Спасибо. Так, нужны жуки или радужное желе? Что хочешь? Радужное желе, наверное. Короче, нужна помощь с выслеживанием редкого опасного радужного слайма в местных пещерах. Принеси мне банку с его радужным желе, я щедро тебя вознагражу. Вот. Где это? В местных пещерах радужное желе. Абигейл, стой. Цветок на. О чем ты вообще думаешь? Это ужасно. Ну и мразь же ты, конечно, Абигейл. Хорошо, что я подставила тебя, отдав твое жерелье твоей матери. Подумайте, остановите. Почему? Радужный слайм, капец, какой редкий. Но 7 дней, чтобы его найти. Но 7 дней. Так что ничего страшного, я думаю, найдем. Но когда такие задания здесь появляются, они увеличивают спаун тех существ, которые тебе необходимы. Ну, котлеты говорят, что типа мы искали, мы не нашли. Вообще не нашли. Совсем не нашли. Здесь у нас кленовое семя, 11 штук. Клен посадить, если надо будет. Будь здоров. Спасибо. Так, наверное. Спасибо, чат. Так, это я оставлю тут на всякий случай. А, подожди, у нас, по-моему, есть. Только в первом есть ящики. Да, оно есть. Яйца еще тоже положу. Так, пускай лежит. А где этот радужный? Он в обычных спасибо, водится? Спасибо. Или он где? Написан... А, да, кстати, чат, скажите, где просто он чаще всего встречается, потому что там конкретно не сказали, где он находится. А в миссии написано, что в местных пещерах. Да, я прочитал, но вот где? В обычных, может, лучше в карьерную? Уровне. В обычных на любом уровне, Дима. Уверены, да?
Угу. Сплю. Нет. А я вот не сплю, ясно? Ты что, работаешь? Я работаю. Я яботник. 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 А у нас нету спринклеров, да? Больших нету. Окей. Прикольно. О, человечек вышел. Человечек. Слышишь? Ты, которая что? Там строит. Уже пол одиннадцатого, хватит. Что? Не, я не тебе, я вот этой вот. А. Барышня. Ты чё? Я уже такой, ты пёс, офигел? Не, я этой. Ты же, сука, не работаешь после пяти, дай поспать. Стоит тут молотком, долбит. Так, если сейчас напишу, что вишня не смог вырасти, то не переживай, он потом вырастет. Хорошо. Я верю в вишню. Когда рис срублю, вишня будет дальше расти. С пятого уровня он спавнится, но один на всю шахту. Слышите? С пятого уровня? Но один на всю шахту. Так что мы с тобой сейчас завтра пойдем поищем. Да я пойду сейчас и пройду пещеру всю. Как ты один справишься пройти всю пещеру? Ну справлюсь, уж поверь. Ты мне уж поверь, Друг нашел на первых уровнях, кто-то дальше, фиг пойми, говорит Персимонка. Ну да, мы поняли, что он рандомно спавнится. Ничего страшного. А ты сделала эти штуки громоотводы? А, блядь, нет, завтра сделал. Не забыла про них. Жейте. Ой, сырочек брошу в холодос. Ну, я вот тут смотрю, я еще огромное количество слитков не видел. Каких? Ну, по каких-то. Четыре каких-то слитка. Я спать легла, Дима, ты что не спать? Ну, жду я тебя. Я уже легла. Советую разделиться и пойти на разные уровни, больше шансов найти. А ты тоже так хотела, а Дима так не хочет. Да зачем? Дней много, я... Пещера это моё. Сейчас схожу. Ну, а теперь я хожу быстрее, Лейзи. Ой, белочка. Прикольно. Ты чё, белочку первый раз видишь? Да, я чуть-чуть, да, не помню её. Хотя вы же лакеры, вам повезет. Да, нам, блин, так повезло, когда мы кроличью лапку искали. Просто жесть. Ну, повезло, на самом деле, что сразу практически. Вообще-то нет. Нам пришлось идти туда, где да ты повезло. Уже несколько раз умер, а потом только мы нашли эту лапку. Не, мы на второй заход нашли ее сразу же. Почему? По-моему, мы долго искали. Сразу же, не, на втором, что ли, уровне второго захода. Ну, может быть. А то и для меня это было, как будто мы 18 лет искали, и потом только нашли. Ра-та-та-та-та-та-та-та. Да хорош, господи, игра. Что? Да не прожималась так, как я хотела. Прожималась, как она хотела. Так. Так. Тут тоже все соберу сейчас. Блин, нафига нам эти грибы? Они нам нафиг вообще не нужны. У тебя не родится теленок, так как у тебя в сарае нет быка, одни коровы. Они здесь пешком не размножаются. Ты веришь в это? Я нет. Малое кольцо... А, это... Я думал, я радужного слайма нашел. Я нашел какого-то... Короче, я нашел слайма, у которого был малое кольцо света. Светилось иначе. Прикольно. Так, было бы прикольно, короче. Конечно, если бы сразу. О, здесь нам построили появился. Прудик, я сейчас рыбу ежа туда выпущу. Хорошо, ну давай. Пу! А как мне давать ей ништячков в чат? Просто он там вот есть, а чё толку? Так. Сюда.
У меня была корова, я знаю, о чем говорю. Ну, у тебя же не в Stardew Valley была корова. Там выпустить, когда надо будет. А, хорошо. Хаясё. Так, все, теперь я пойду куплю семена, чтобы сажать. А, нет, стоп, не полила твою свеклу! Я не полила твою свеклу. Все, полита. Найс! А ты не будешь расширять свой дом? Так пока не еще. А что там должно быть? 200... А, 200 твердой древесины, да? Угу. А сколько у нас твердой? У нас же 200, нет? А я не знаю, 200. Там до хрена её. Здесь тоже полью просто для того, чтобы грядки не считали. А нам не написали, типа, вишня не смог вырасти этой ночью? А я не видел такой надписи. Я вот тоже не обратила внимания. Ну, я, честно, не то, что не видела, а просто внимания не обратила. Я как-то не смотрела. Так. Thank you. Кроссовки выпали. А кроссовки нахрена нужны? Ой, дидос. А. Три двора. Защита плюс один. Есть. Можешь поставить на пруд столб, на котором предметы изображать, там будет число рыб в пруде отображаться. В смысле, не поняла, это как? То есть, типа, я ставлю столб, на котором вот такой вот, да, как у Димы стоит, и на нем будет просто отображаться количество рыб или что? Не поняла. Или какой мне нужно столб поставить? Так. Свеклушка сюда. На Вики по Stardew страничка с информацией об Абигейл одна из самых популярных. Походу, не мне одному она понравилась, как я только говорю. Не трёшь древесину, это для Вилли. Нет, нам нужно... А, блин, точно, Вилли же нужно 200 древесины отнести, Дима. Похоже, твой дом подождет. Да, этот ты там выберешь количество рыб. Хорошо, сейчас сделаем. Вот этот, по-моему, деревянный знак, каменный знак. Нам каменный знак или деревянный знак, Дима, какой хочешь? Какой каменный знак? Да, не важно. Посмотри, какой красивее будет смотреться. Угу. Так. Можно сразу отнести, чтобы не забыть и не забыть. А куда ставить-то, ё-моё? Гениальный спуск сейчас был. Один из трех. А рыбы ешь, всего три, может быть, в пруду. Или вообще всего рыб три. Может, этот... Блин, а может, я все-таки в хреновом месте поставил пруд? Может, его надо расширять как-то, можно точнее? А, вот, все. Понял, чат. Понял. Они потом размножатся, говорят. Ну, я понимаю, что да, потом размножатся. Что так все взялось? А, за лошадкой сходить. А зачем мне нужна была лошадка? Я вот хотел съездить. Древесину побить, вспомнила. Так, сюда. Угу. Тогда я вот так сделаю, эти продам. Сори, милые животные, сори. Ну давай, не зря удачу качу. А, дайте семена мне, еще пожалуйста. Точно. Спасибо, чат, семена. А потом уже твердая древесина. Точно. Такое? Какой я семена? Ну, осенние семена, чтобы, типа... Ну, сажать. Ну. Всякое. Эти рыбьи жизни семейства карповых, одни из самых умных рыб на свете. Круто. Стасик, привет, росточек, добро пожаловать. О, у нас теперь шампиньончики, сейчас же осень наступила, теперь кругом будут грибочки расти. А из них что? Вообще красота. Ну, из них можно грибное что-нибудь, блюдо делать, там грибные супы, жареные грибы разные. Блин, я боюсь, я до пьера не успею доскакать. Слишком много времени я потратила на сбор грибов. Да, опять сейчас зайду, он уже будет там.
закрывать двери. Чисто игра про это совпадение расписаний. Да. Бывают умные рыбы, да. Здрасте, наконец-то. Давай тыкву мне. Куплю семена на 30 тыкв. Купил он 31. Это 33. 34. Так. Кукуруза у нас и так цветет. Я даже побольше куплю тоже еще штуку. 16. Баклажан. Давай. Что-то мне не везет пока что. Ну ничего страшного. Клюква. Давай возьму тоже штук 30. Подсолнух. Ну давай возьму. 5 будет у нас солнышко. Денег на расширение уже нету. Расширение чего? Дома. Да и ладно. Я себе накуплю всяких штучек для этого, для еды. С яблони, кстати, нет до сих пор. Все, готово. Ща я там понасажаю, охренеешь просто. Просто охренеешь. А есть куда там сажать? Там же огород небольшой такой. Теплица, плюс огород. Я там еще один могу сделать, ничего страшного. Представила, как раз на рыбу стоят в очереди на тест-айкью. Вопрос по игре. У меня в игре появилось задание доставку угля персонажа. Ему приношу это, засчитывают не как доставка, а как подарок. Значит, задание, может, кончилось? Потому что иначе... А, иногда, иногда приносить надо в определенное место куда-то положить. Да, такое тоже бывает. За. Типа какое-то место, куда надо положить уголь. Куда бы мне яблоневый саженец посадить? Посажу сюда. Угу, не может тут расти. Тут тоже не может. Может ли он расти здесь? О, здесь может. Хорошо. Так, наблюдай. Яблоня должна расти. Мне кажется, он не вырастет здесь, чат. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Фух. Ты сделала громад воды? Нет. А зачем? Делай, пожалуйста. Я сделаю. Я просто семена купила. Только если они из иридиевой руды, тогда не делай. Нет, там нет иридиевой руды, насколько я помню. Иридиевые слитки, точнее. Ты вроде говорил, там кварц, что-то еще. Да, да, что-то такое. Опа, приветики. Блин, одна глина падает, достали. Так, а приветики, тут падает глина, жесть. Окей. Как сложно копать, ты бы знал. Блин, я знаю. Я хочу где-нибудь еще грядки сделать, ты не против? Нет, но нужны эти большие
Спринклеры. Спринклеры, они, по-моему, тоже из иридиума делаются или из аккумуляторов. Да, не они, помню. Да, да, они иридиумы. Есть такое. Ну ладно, ничего страшного. Там всего один иридиумый нужен. Но нам один иридиумый. Да, но нам они нужны. Не но тратить, мы с тобой все равно планировали пойти в этот, в пещеру черепа и там накопать всякого, так что возьмем, доделаем. В смысле? Ты сейчас потратишь? Наверное. Не надо тратить, пожалуйста. Они очень-очень редкие. Нам нужно 5. Ну, нужно же эту рыбу, корабль сделать. Ну, ладно. Просто это не, ну, не важная штука, не очень, да, не первоочередная. Да. У меня так много семян. В эту, в теплицу посади. Нет, там уже посажено. Мне нужно еще куда-нибудь посадить. Ну, под маленькие сплинтеры сделай. Так я уже посадила, они тоже засажены. Под все маленькие спринклеры? Да. Обалдеть. А зачем так много семян купил? Они все нужны. Они все нужны больше семян, пожалуйста. Где мы время? А у меня же есть эта штука на возвращение. А тысячи камней больше не делаем? Не, без книз, уже не нужно. Так вышло, что уже не нужно. Ой, ну ладно, нет смысла тратить, лучше потом по новой. Мы пропустили это задание, к сожалению. Короче, сегодня без радужной этой штуки. Ю-и-ях. Ю-и-ях. Кабдыщ. Понял. Так, это все сюда. Ой, как много ништяков я купила, чтобы можно было готовить вкусняшки. Вай, вай, вай. Правда, упала на полу. Блин, я тоже упал. Ой, черт, так я не на полу, я на улице упал. Перед домом. Перед сундуком, точнее, с продажи. Без книз говорит, ну блин, пойду выкидывать камни, выворачивать камни из карманов. Ты что, там помогала собирать там камни? Да, она старалась. Такая тупо на улицу пошла, тысяча камней. А, говорят, на пляжной ферме подстава, там спринклеры не работают, только на маленьком участке. Жестко. Mm. Обидно как-то. С меня деньги взяли, походу. А, я забыла закрыть, ну блин. Ну блин, понавылетали, а, пацаны, ну чё начинается? Ну сидели бы дома, чё вам? Вано. Хорошо. Найс. Блин, как я могла забыть закрыть, а? Это просто ужасно. Хрю. Хрю-хрю. Ой, хрю-хрю-хря-хря. Вишня не выросла у вас. Да, я знаю, вишня потом вырастет, не переживайте. Вишня просто сейчас в данный момент застроена, но когда там рис вырастет, она будет расти. Да блин. Ой, блинчиками позавтракаю твоими. Пожалуйста, пожалуйста. Всего швена. Я потом еще что-нибудь приготовлю. Я тебя, по-моему, не гладила, да? Ну, Дима опять дверь не закрыл. Да, он не следит за этим дверями вообще, а забей. Так не я же закрывать должен. Да, да. Чат просто подумал такое, что типа ты теперь, ну, будешь постоянно закрывать. Нет, меня один раз попросили. Так. Нойс. Пойдем поливать теперь. Камень выглядит как какашка? Наверное. Какой камень? Ну, просто камень.
Ну, просто камень. Ну, типа, ресурс камень, Тима. А, нет, не ресурс камень, я поняла. Там, короче, стоит у нас камень, который блинчиками. Да-да-да, тот, который блинчиками лежит. А, это да, это говняшка. Эбигейл, вставай! А то маме твою отдам, сейчас сожрели. Хм. Где мама ее? Я, короче, маме отдам ее. Что она? Как у вас красиво в теплице. Было еще красивее, я просто больше половины вырезала из теплицы, чтобы можно было сажать вещи разные. Ноки, спасибо, что за стежку. Я маме ее ожерелье отдал, потому что она спала и не хотела меня пускать. Ну все, мы подставили ее дважды. Ой, я пока... Она просрала два ожерелья. Я пока дошел от мамы до ее комнаты, она уже проснулась и открыла дверь. Упс. Ой-ой. Сорян. Упси-вупси. Персики созрели или это абрикос? Это персики, абрикос еще не созрел. От блинов плюс два к собирательству прилетает. Так, все вроде везде все стоит. Джем тоже делается, все вроде делается. Хорошо. Так, давайте-ка... О, алмазик. Хорошо. Стоп. Это не то. Так, что можем продать? Винишко можем продать. Все остальное оставляем. Аж три дерева. А, да, там созрели абрикосы, я просто пропустили. В смысле, подожди, где чат, подожди. Запись ежедневники, не забыть древесина и громоотводы. О, спасибо большое. Блин, нифига себе, Кашим, ты прям реально мой ежедневник. Каждый день напоминаешь мне, что я хотела сделать. Дерево и громоотводы, точно. Так, а где абрикосы? А, или абрикосы, вот у они. Нее, кстати, Дим, можно древесину покупать. Дим, я тебе сейчас принесу абрикос, потому что у нас созрели абрикосики. И нужно по сюжетке отнести абрикосик кому-то. Посмотрим сейчас, кому я забыл. Хорошо. Вот, для расширения дома понадобится 50 тысяч долларов, золотых, точнее, и 150 единиц твердой древесины. У нас есть столько древесины твердой, так что можешь взять 5 тысяч. Но у нас нет столько золотых. А мне бы еще не помешало бы еще 100 твердой древесины и 10 тысяч золотых, чтобы стоило поставить наконец-то. Обнимаю. Дим, иди абрикос, да. Ты где? Я к пещере иду. Я сейчас буду у автобуса. Стой. Давай я к автобусу подойду. Да. А как же Вилли? Ну, для Вилли мы тоже нафармим, не переживайте. Для Вилли будет тоже все. Все, я в автобусе. Ты где? Я иду. Выхожу с участка. Так, на... Только не жри его, пожалуйста. Что значит не жрать? Все, нужно отдать этот абрикосик. А кому? Только не помню. Сейчас. Эмили. Эмили, это кто, чат? Забыл, как она. С синими волосами, Дим. Эмили с синими волосами. Она в этом, в салоне работает. Окей. Ой, в салоне сборище. Огромный кусок пиццы лежит, Дим, на столе. Иди сюда скорее. Я иду. Скажи, как зайдешь. Дошел. Началась кастена? Да. Читай, ты загас. Что ж, друзья, мы снова собрались здесь по особому случаю. Редкий визит очень дорогого друга. Моего знаменитого на весь мир гигантского омлета. А, это за яйца. Пряный сладкий перец, сочные помидоры, вкуснейшие грибы и пикантный сыр. Все это великолепие завернуто в одеяло из воздушного взбитого яйца. Кушать подано, господа. Ням-ням. Класс. Боже, фу, мы будем есть... А, слава тебе, господи, думала, мы будем есть общие тарелки. Я бы тогда отказалась. Вилли, что скажешь? Грибочки не мягкие. Такие, не такие, как в прошлом году. Это же хорошо. У кого-то камень грызет, жесть. Хорошо, мужик. Ура! Омлет просто отличный газ. Я! Омлет просто отличный газ. А еще вкуснее от того, что оно за счет заведения. На, желтки такие яркие, вкусные, Марни, ты это это ты принесла? Нет, ну. Это все Левин и... как? Вещепырка. Вещепырка. С Евдеферкиной фермы, поставщик отличных яиц.
Ура! Ферма хорошая, там куры. Своих же кур похвалила. Не, в смысле, это мы их вырастили, алло. Вырастили мы, но она же нам... Во, синеволосая, вот ей-ей-ей. Абрикос, ей, абрикос, ей. На. Ах, это мой абрикос, спасибо, выглядит вкусно. Все, 6 золотых надо за это. Отлично. Неплохо. Ай, блин, я только что поняла, знаешь, что? Чё? Нам кажется, свеклы нужно будет вырастить 20 штук. Тебе же тоже надо будет отнести. Ну ладно. Это не проблема. Мне нравится, что вас даже пригласили к столу. Не пригласили к столу. Да, им лет не дали. С коты. Ну и ладно. Привет, Карлайн. Спасибо, как говорится, очень вкусно. Пошли мы нахер. Нашел тебя только что на Твиче, смотрел, когда твои прохождения. Так, помню, когда ты. Спасибо тебе большое. Не за что. Спасибо вам. Пойду утиное перо этому чуваку подарю. Привет, Сэм. Зачем я пешком пошел в пещеру? Скажи мне. Я не знаю. Пожалуйста. Пожалуйста. Объясните мне, пожалуйста, зачем я пешком иду куда-то. Нафиг омлет с хрустящей скорлупой. Действительно, по факту. Че, говорит, ты, наверное, очень много крутых растений выращиваешь у себя на ферме. Может, я загляну к тебе как-нибудь и посмотрю, и я сразу меч достал такой. Ты посмотри прямо здесь. Зачем нам держать? Загляни, да. Я буду ждать тебя. В омлете нет желтков? В смысле, нет. Дим. Чего? В омлете же есть желтки. Есть разные омлеты. Я готовлю с желтками. Ну вот, я поэтому и говорю, что есть. Обычно Дима просто омлеты готовит. А, когда я готовлю омлет, я просто яйцо с молоком перемешиваю, взбиваю и все. Я не убираю желток из омлета. У меня тоже есть. Мэри Лидан, привет тебе, курочек. Привет, добро пожаловать. Блин, а чё он горит? Чё ты это? Чё это? Из радужного слайма доставь себе радужное желе. Да это мы будем делать, чё ты начинаешь? Ну, я хожу сейчас по пещеркам. На коралл, пожалуйста. Спасибо за стрим, я спать покачать, где мы его. Тошера, давай пакет. Спасибо тебе большое за компанию. Молочко подарим. Привет. Ты мне говоришь спасибо, пожалуйста. Я спать хочу, а время 9 утра. Без книз, а ты на работу и не можешь лечь поспать. Потому что если ты можешь поспать, то лучше ляжь поспать, чтобы не мучить организм. Пускай он лучше будет себя бодреньким. Со сливками попробуйте как-нибудь сделать. Очень вкусно. А пюрешка тоже сливки вместо молока. А я не могу, у меня из-за этого живот будет болеть. Я не могу есть очень жирные. Сливки очень жирные по сравнению с молоком. Так, ты мне, Кашим, напоминал сделать громад воды. Точно, спасибо, Кашим. Я уже омлетов сколько только не делал, чат. Начиная от французского, заканчивая сицилийскими, русскими, обычными. Мне вот лично, мне больше всего нравится французский омлет. Такая завернутый там что-то. Тоненький рулетик, да. Дима, у нас нет железных слитков. И ё-моё. Ну, в смысле? Ну, у нас, ну, подожди, у нас там очень много руды. Руда есть. И уголь. Ну, так сделай, там 3 штуки. Они быстренько сделаются. Не-не-не, железные слитки быстро сделаются. Это же даже не золотые. Есть слитки 7 штук. Железные? А, точно, вот они. Точно. Вот, ну вообще, да, я там стараюсь сделать так, чтобы хотя бы 5-6 каждого было слитков. Я сделала 7 громотводов, а сколько надо? Давай сделаю 10. Я только хотела замучиться, что даже с таким замечательным ежедневником ты опять все забыла, дед Кашим, я помню, спасибо.
Я омлет делаю, говорит, без книги, сбиваю более до пиков, белое до пиков, а потом потихонечку добавляю желток, мешаю осторожно, получается пышный омлет. Mm. А у меня пышный омлет получается, когда с крышкой просто закрытый делаю. Он обычно, если крышку поднимаешь, он опускается быстро. Но этот имеется в виду именно воздушное такое тесто получается. Его можно еще использовать, как суфле, если... типа? Если его добавить, если в него добавить еще молока с мукой, то можно делать оладушки. Не оладушки, эти панкейки. Такие же пышненькие. Все. Так, ну, я говорю, я любитель французского омлета. Мне очень все нравится. Тоненькая. Тоненький, очень тоненький блин яишенки. А ты не поставь. Дим, мне можно поставить там, где у нас стулья, да? Эти громоотводы тоже. В смысле? Или нельзя? Не, лучше в парк. Ну там один поставлен. Если поставишь, то как-нибудь симметрично просто. Ну я поставила симметрично. Ну все, и норм, отлично. Главное, чтобы их везде было полным-полно. Ну, типа, чтобы он куда бы ни бил, попадал в громоотвод. Что-то нихера не работает моя это плюс на удачу. Почему? Не знаю, нету этого радужного. А, точно, у тебя же еще удача повышена просто до безумия. Я забыла даже про это, офигеть. Сзади дома поставлю громоотводов дофига. Еще 3 громоотвода осталось. Он под крышкой от влаги разбухает, когда первый раз увидел такой: ты куда, говорит Энди. Все, убежать решил. Так, черника вот. Время. Ой, натуре ханоня. А я тоже не успела, в смысле? А, нет, я успела забежать в дом, все. Я не успел забежать в дом, я на территории дома. Да, я да, чат поздно. Вырубился здесь, у речки. Но не в пещере, по крайней мере. Ну да. Ну, в принципе, правда, стабильно тысяч по 5 зарабатываем. Тотем пришлось взануть. Угу. Тросс-пикер предоставил. Дима, спасибо, говорит, каждую ночь вне дома ночует. Вообще пипец. Вообще, согласна. Жестко как-то. Это жестко. Так, что у нас тут? Салат. Теперь у меня готовит салат. Хорошо. Сливовое вино у нас есть? Нет. А зачем тебе? Ну, просто у нас есть слива. Я достал сливу. Черную сливу. Так, понял. Бандит без молока. Да бандит без молока, не трогай его. Ой, Дима, у нас стена кончилась. Все плохо, Дима, у нас стена нет. Но у нас есть волокна, сделай. Ну, уже поздно, животным будет нечего жрать, если мы прям сейчас не пойдем и купим марни. Надо купить. Да, надо купить. Так волокна сажаешь сразу же, можно срубить. На сцену. Все равно. Так, кролик, привет. Блин, я кого-то там не погладила. Вот, все, полегчало аж. Кто-нибудь есть? Че, пойду у Марнину куплю всякого, она в 9 открывается как раз. Блин, жесть, у животных вообще нет сена, очень мало. Ай-яй-яй. За это, запропустили как-то мы эту тему. Запропустили. Ничего. Так, у нас нифига себе новый сироп еще сделался, неплохо. Эй, забирай.
А, не тут просто, понял. Почему нельзя городу сказать, типа, город, нужна помощь? Давайте, мне нужно человек 20, чтобы в пещеру зашли и искали то, что мне нужно. Тоже так нельзя. Я заплачу вам, типа. Я слишком упросила твою работу. По 5000 золотых каждому. Привет, пес. По 2500 золотых. Давно хотел написать, что одной силосной башни мало, но все время забывал. А мы просто не сажаем траву, мы типа не срубаем столько травы, чтобы у нас силосная башня вообще в целом. Она даже не заполняется, да? Да, мы туда только покупаем иногда чего-нибудь и все. Это проблема основная. Я еще очень много волокон сейчас принесу, кстати. Угу. Ну посади их. О, у меня инвентарь весь забит. Жесть. Как же скучно в пещерах. Я понимаю. Примерно так же, как поливать грядки, наверное. Еще два абрикоса созрело, офигеть. Как же много. Как же много. Ой, нужно похавать. 738 энергии абрикос. Давай похаваем, ладно. То с энергией беда. Так, и давай еще кофе. У нас какой-то кофе валялся. Найс. Так, теперь вот тут полить. Готово. Блин, надо на самом деле поставить поливалки и в теплицу тоже. Вручную хожу. Mm-hmm. Блин, инвентарь полон. Не, ну я на самом деле очень быстро хожу, так что не то, чтобы я прям вообще не могу поливать. Я нормально поливаю. Блин, мне а в пруде вот эти вот барышни, которые нам иридиевую руду, которую буду давать, они долго будут еще там готовиться? После готовятся. Ну, готовятся к тому, чтобы дать нам иридиевую руду. У нас нету их в пруду, о чем ты? У нас один пруд с ежиками. А-а-а. Нам нужен еще один пруд, чтобы их делать. А чё не скажешь, я сделал бы второй пруд? Ну, я как-то не подумала, не знаю, типа, что это такой странный вопрос, не знаю. Ясно. А я все жду, иридиевую. А, ты ждешь, да? Да, я жду. Ну, подожди, жди. А-та-та-та-та-та-та. Грибы продам. Эту свеклу положу сюда. И абрикос тоже. Ежу целый пруд просторный. Нет, так там два ежа. Они же размножаются? Один там еж. Они будут размножаться. Подожди, так у нас же есть два ежа. У нас один еж есть. А, у нас один еж. А, у нас два огурца. А там один ёж точно будет размножаться? Да, мне сказали, что будет. И думаю, чат не обманывает. Они у меня там профессионалы Stardew Valley сидят. Вообще. Они дико шарят. Так, пойдем эту штуку поставим. А что за грядка в виде птиц? Ну, это случайно получилось. Я не планировала, но так вышло. Да, но даже полной башни сена не хватает на всю зиму. Ну, пофиг. Не критично. Эй, нет. Пей. Мы закупаем. Если надо, закупаем. Там не то, чтобы дорого это. А, я сейчас, наверное, не куплю, да? Она до 4 работает? Или до 5? Не помню. До 5, по-моему. Просто если до 4, то все забей. Не, по-моему, до 5. При...
Короче, я успела. Чё? Боже, я вот... это был микротайминг вообще. Не миллисекунда, а микротайминг. Понимаешь, еще чуть-чуть, и я бы не успела купить. Фух. Красивые человечки бегают, грядочки копают. Да-да-да. Так, я куплю намного денег. Ну, точно 10 купи. Ну, вот я, да, так и хочу. Блин, нельзя, жаль, что нельзя... А, можно. Я просто левой кнопкой мыши тыкаю, оказывается, можно зажать и держать, просто ждать. Блин, так много денег тратится. Ты уже больше, чем 10 тысяч потратил. Нет, не на больше. Вот сейчас на 10 купил. Все. Вот сейчас на 10. Блин, чё он такой грустный сидит? Эй, малыш, ты чё такой грустный? Держи клок шерсти от овцы. Пожалуйста. Веселись. И ни в чем себе не отказывай. Да-да, веселись. Чувак, у меня есть для тебя кое-что мега-мега крутое, мега этого просто от башки. Чтоб ты не грустил. Смотри, клок, шерсть я. От овцы. При желании можешь даже 0.5 миллиметра ниточки спрячь. Справа есть кнопка для автоматического перемещения предметов, которые уже есть в сундуках. Типа, а вас так, где? Вот это? Сортировать. Так, я выкинула сейчас сено. Блять, слава тебе, господи. Не, знаешь что, мне не нравится эта кнопка. Жопа это. А, когда в сундуке, окей. Сено заброшу. О, у нас 240 снопов сена добавлено в башню. Фу, башня. Кайфо. Ну, у меня даже еще осталось очень много, прикинь. Мы можем еще одну силосную башню, может, построить. Кайфо. К зиме нужно будет поставить. Блин, ну опять очень много всего не туда. Не туда. Не туда. Детская нужна. Детская. 50 тысяч золотых нужно. Сейчас пойду траву сажать. Сись-сись. Давай. Играла бы хоть музыка в пещерах. Вообще как-то музыки мало в Stardew. Раньше не замечал. Фрикаделька, это потому что я выключил музыку. А почему ты выключил музыку? Она мне надоела. Она не то чтобы приятная, от нее я спать хочу. Ой. Она очень медитативная, спокойная, слишком и... И без того спокойный геймплей начинает усыплять меня. Как будто убаюкивающая такая херня происходит. Силос, говорят, очень вкусно пахнет. Поверю на слово. Нет. Нет. Чё нет? Ты нюхал силос? Это просто... Так это говно. Нет, силосная башня. Ну типа сено, может быть, он имеет в виду сено. Силос — это вот эта вот херня с, типа, сена и... А, подожди, просто сухое сено? Ну да, оно вкусно пахнет, ну, я да, не то говорю. Я думаю, про него человек говорит. Да, да, оно вкусно пахнет. Дарьполон, подожди, а чё я... А что я могу съесть? Я тебя могу съесть, съем виноград. Твёрдая древесина выросла, я вырубила её, прикинь, прям у нас на участке. Кайфо. Гигантское дерево. И сколько там дерева твердого упало с нее? С одной 12 штук падает. Или 11 и семечко. Семечко только одно? Да. Блин. Либо... А, ну сейчас, подожди, сейчас вообще 8 только выросло, к сожалению. 8? 8, да, упало. И всего одно семечко? А вот, вот теперь у меня 4 семечка выпало. Очень много. Во, вот это хорошо. Сейчас хочется побольше твердой. Очень много твердой. Так, сейчас я посажу. У меня 5 семечек. А
Вот мы вроде перекусили в прошлом перерыве, а я кушаю. А что так? Не знаю. А, стоп, я кое-что вспомнила. Я еще кое-где не срубила. Сам силос очень вкусно пахнет, как немного забродившие стены, кислый сорта пива пахнет, как силос, и дорого стоит. Написали. Угу. Ясно. А, блин, нам не надо сейчас траву срубать, жесть. Сейчас холостую траву порубала. Тупец. Ну, немного, правда, все равно. О боже, у меня энергия почти упала, пока я тут ходила, эти деревья рубила. У меня та же самая история, только с камнями. Ты сейчас это озвучила в момент, когда я понял, что мне надо поесть омлетику. Салатику, точнее, не омлетику. Да, кстати, мне надо будет завтра похавать, приготовить. Это у нас накопилось много всего, а жратва я что-то не готова. Так, ладно, давайте. Причем я говорю про игру, не про РЛ. А то в РЛ просто то же самое. Читаю, давно не готовила. Давай сделаем дома этот макарошки с тушенкой. А, можно. В принципе. А, блин, а чё ёж не рас... это... Не размножается? Да, чё ёж не шпехает? Сука, не размножается. Жесть, ёж. Да, макарошки с тушёночкой. Будут. Так, отсюда. 40 минут, Ев. Я понимаю. Мне очень надо было положить древесину. Все, теперь спать. Нойс! Ёж сам себя, чтобы самого родить себя. Ну да, как бы. Мне чат сказал, что ёж распространяет сам себя. Алло! Может, он почкованием размножается. Так же, как, знаете? Типа, да, они сказали, что если одну корову иметь, она тоже, ну, забеременеет. Не, ну если одну корову иметь в определенное время, её цикл, тогда, конечно, она забеременеет. Если вы все здоровы. Не в том плане корову иметь. Так, я тебя посажу в волшебный цветок. Спасибо большое. Ася, спасибо большое. Ёж, пехайся, давай, слизь радужная, появись ты уже. Ася заклинание читает через донат. Спехайся, появись. Слушай, а если ёж пошпехается, может, и радужная слизь появится? Там, хотя, может, связано. Хороший вопрос. Жизненный, я бы сказала, конечно. Да. Хочу продать вот это все. Фундук нужен? Тебе нужен фундук? А тебе нужен? Мне не нужен фундук. Блин, ну хотела бы кануть, что-то получилось. Так, друзья. Че там не писали, яблочко ночью, ну, нормально росло или так и не выросло? С яблочком все окей или яблочко нужно уничтожить? Яблоко стоит уничтожить, господин. Что-то не выросло. Ну, типа вишня точно не выросла, потому что здесь вот эти штучки всякие растут. Ой. Энди, спасибо большое за донатик. Спасибо огромное. Как много свитков. Давайте вот эти свитки продам дешевые. Вот эти. А этот оставлю. А этот подарю гному. Очень много просто получается. Слушай, а смотрите, что-то упало у этого. Чё? Икра какая-то. Где? Икра рыбы ежа, Ев. Прикольно. А что не черная? Нахера нам икра рыбы ежа? Черная. У нас все говорит нормально. Так а может он так размножается? Икру куда кинуть-то? Не знаю, засунь в озеро, оно засовывается? Нет. Значит, ничего. Сменить внешний вид. А может быть в холодос тогда положи? Я думаю, в холодосе будет норм. Там она размножаться будет?
Это точно нормально будет, я шарю. Засолить в банке, чтобы они стали еще вкуснее. Их можно засолить. Кого? Икру можно засолить. А, ну там, видимо, где джем делается. В катке. Наверное, попробуй. Ну, там джем делается. Я вот слева сюда положу, короче. Вон здесь, слева сундук икру. Блин, что-то коза не настроение. И корова не настроение. Эй. Это из-за шуток про корову, наверное. По факту. Коза обиделась из-за шутки про корову. С пахучим маслом на хлебушек, да. Так, фундук нужен или нет? Чат, а кто шарит? Что с икрой делать надо? Расскажите, пожалуйста. Засолить в банке. Есть, говорят. Нет, нет, это не тот, кто шарит в игре, скажем. Блин, они все недовольны, жесть. То, что у них не было сена, конечно, поэтому... А, ну подожди, но траву же... Траву же не сажают, сажают ростки травы. А у меня просто трава, волокна, которая... А, ну волокна в ящик надо засовывать. Какой? У нас в левом ящике возле дома лежит трава. А нахрена она нужна? Я из нее делаю ростки, которые сажают траву. А, понял. Икру можно положить в катку, после чего получить вяленую икру. А из осетровой икры можно получить черную икру. Во, а знаете что, вы мне еще не сказали, или сказали, но я не увидел, если так, то простите, про то, можно ли вот в месте, где размножается алмаз, размножать иридиевую руду или слиток. А где размножается алмаз? Я бы посмотрела. Ну вот, справа вот это, размножитель алмаза. Дима, я алмаза. Да, это ты у алмаза спроси. А этот алмаз, он здесь размножается. Алмаз, говорит, тщательно размножается. Для готовки, может, нужен будет фундук? Давайте ею сюда куда-нибудь фундук положим. Ей, тебе нужен фундук здесь? Да, положи. В холодос клади. Все, положим. И черную смородину туда положить. Хорошо. А поесть вот здесь, да, брать? А тут нет ничего. Сам так приготовлю. Так, я пока еще не сделала. Подожди, я приготовлю сама. Вот иди от плиты. Вот уйди. В смысле? Медленно отойди от плиты. Подожди, я... Почему я не могу холодильник нажать ни один? Потому что я... Отойди, потому что я их открыл. Дима, отойди от плиты. Погоди, цветную капусту. Дима, сейчас отойди сделаю от плиты. Я сделаю. Дима, отойди, я сделаю. Я спасибо. Уже сделал. Блять, выкини. На пол прям брось. Ну почему? Ну потому что я сделаю, я же сказала. Я сделаю, я готовлю на этой кухне. Так. Что тебе делать? Не, все хорошо. Светлый бульон хочешь? Да, да, давай, отлично. Светлый бульон прям лучше. Эскарго хочешь? Да, замечательно было бы. Че, черничный пирог хочешь? Да, конечно, хочу. Кристаллярий, он способен размножать любое полезное ископаемое, кроме радужного осколка. О, так надо это, надо же поставить эту, да? Что тебе надо? Надо поставить с кристаллариум иридиевую руду, а не алмаз. Я приготовила разную еду. Иди возьми, понял? Я у тиран пишет. И не вздумай готовить сам. Иди возьми просто. Если тебе нужна одинаковая еда, я сейчас еще сделаю. Можно в жизни так же. Чего тебе? Не вздумай готовить сам. Вот сюда, вот сюда. Хотя не, я люблю готовить. Я не могу открыть. Всё, что-то. Можно взять. Так, значит, что мне нужно взять? Черничный пирог. Что еще взять можно? Они все разные. Сашими взять. Ладно, эскарго, светлый бульон. Спасибо большое. Подождите. Любое ископаемое. То есть он слиток, наверное, не сделает, но руду именно, наверное, сделает, да? А как его... Его же не сделать. Или что? Или как? Или что, или как, или где, или кто? Как забрать отсюда алмаз? Так, я, наверное, рыбу пойду сегодня половлю. Вот так. Типа. Магнит.
Не, иридиевую руду он не кристаллизует. Руда неископаемая, руда. Еда готова, где она? Возьми в сундуке. Ну так надо же, да. Сундук был оплачен. Ну да. Вообще обидно было, конечно. Чего? Про иридиевую руду. А что тебе было обидно про иридиевую руду? Ну что она не, что она меня не размножает. Так ты тут при чем? А, я думала, я опять что-то сделала обидное. Ты чего, не? Так. Не понял, почему это здесь. А это здесь почему? Что же это такое? Икру положил в сундук вместе с кленовым сиропом, Дима. Ну да, я же тебе сказал, что я туда кладу, чтобы ты его точно нашла. Я тебе сказал, я в крайний левый положу. Так а зачем его в холодильник? Ее надо в эту, в катку положить. Так я из холодильника беру вещи для катки. Ну, сорян. Я просто тебе сказал, ты сказал, окей. Еда на полу вытри. Нет, я только злой. Жесть. Блин, 17:50 уже. Уже и нет смысла, наверное, идти в шахту-то. А я тоже сегодня уже никуда не успею, походу. А сколько у нас твердой древесины, Дим? 257, Дим. Угу. Имеет смысл вообще с этим гномиком увеличивать этот отношение или нет? Или не имеет? Я не знаю. Давайте где-нибудь здесь найдем. Попробуем. Друзья, нужны смайл, иди сюда, я тебя ищу. Такой микроменеджмент, все в голове держать, что где лежит. Да нет, это легко на самом деле, запоминается быстро. Ты же рядом с ориентирами это все ставишь, и ну, все норм. Гем, у вас стоят ли какие-нибудь моды? Нет, никаких не стоит. Чисто ванила. О, солнечная эссенция, отлично. Имеет ли смысл отношения с гномом? Но без книг. Знаешь, такое задумчивое лицо. А какие вообще могут быть моды на Stardew Valley? Типа зачем? Ну, как минимум, это расширить мультиплеер. Как максимум, может быть, есть там какие-нибудь автоматизирующие штуковины. Было бы прикольно. Ой, это так будет расти. Допустим. Как вообще выглядит этот радужный слайм? Как слайм, модов только радужный. Модов нет дофига. А, окей. Модное отношение с гномиком, да. Так, а у меня опять какая-то записка. Вот, что там? Что еще нужно для моего величайшего изобретения? Золотой слиток, иридиевый слиток, аккумулятор, алмаз, клубника. Куда это все потом пахать? Это куда? Кому? Я не знаю. Ну, записку нашла. Валялась в траве у нас. Кто-то у нас гулял по участку и оставлял записки. Пойду на самую успешную ферму, кину то, что мне нужно. И мне по-любому дадут. Можно так к какому-нибудь дому миллиардера подойти и сказать? Для счастливой жизни мне не хватает пару миллионов долларов. Можно, пожалуйста? Вот, вот бы найти. Не-не-не, сделать вид, как будто бы это вроде как и не ему, а так, в пустоту, типа. Ну, да. Значит, план такой, заработать к 50 годам пару миллионов долларов. Отлично, все, выполним. Главное не потерять эту записку. И номер счета туда. И приходит миллиардер такой, через пару дней такой, вы потеряли эту записку. Фак. Обидно было бы.
Она вам явно очень понадобится до 50. Такой ск. Так, пойду железо поделать. Гард, спасибо за растяжку. Спасибо. Если ты не понял, это была она. Главное найти еще миллиардера. Ой, да это не тяжело на самом деле. Просто, типа, где живет найти, вообще не проблема. Проблема попасть на этот участок. Так, чтобы тебя за шкирку... В смысле? Это тоже не проблема. Проблема... Точнее, не проблема. Нужно просто же докинуть туда записки. Зачем попасть? А, точно. Просто стоишь возле ворот и кидаешь записки. Да, прям бутылку кидаешь запиской. Кто-нибудь прочитает. Да, просьба вернуть со всем перечисленным. Верно. Молодец. Чё-то. Водоросли, вау. Сейчас понатаскаю водоросли. Ев, зачем столько семян в карманах держишь? Не знаю, если честно. Я думала, что я буду их сажать, а Дима мне грядки не делает с поливалкой. Иридиевые слитки нужны для этого, Ева. Я сделал две грядки. Давай, зубочистка, приветик. Блин, у меня телефон разряжается. Я не смогу, да, взять твое? Сможешь, он там на 100. Ой, упавь. Что на 100? А, твой телефон взять смогу? Да. Время, Дима. Ой, ладно, в натуре. Успели? Хорошо, успели. Спасибо. Полчаса до дома. Я неплохо так водоросли поймала. Прикольно. Много водорослей. Каких водорослей? Обычных. Зачем тебе обычные водоросли? Я не знаю, я случайно их ловлю. Я вообще рыбу хочу. Ловлю водоросли. О, я успел даже до кровати отбежать, лол. Найс. О, 10 уровень собирательства. Мне нужно выбрать, сыщик я или ботаник. Все дикие растения и плоды показываются на карте. Не, я буду ботаником. Только золотые собирать растения. Окей. Водоросли для прудов нужны. Отлично. А, ну, морской водоросль еще 5 штук нужно. Морской водоросль 5 штук нужно. Есть где взять, пожалуйста? Яблоко растет, чат. Я видела, растет яблоко, только вишня не растет. Разыскивается свежий омар для моего чудесного биска. Заказчик газ. Ну давай. Свежий омар. О, свежего омара. Есть футболист такой, Омар Омар Хамди. Египтянин. Никому нахуй не известный. Футболист Омар Омар Хамди. Извиняюсь за мат. Жесть. Штраф, Дима. Да, да. Сам себя штрафую как-нибудь потом. Только что было сообщение, что вишня выросла. Нет, не выросла, по-моему. По-моему, она не выросла, наоборот. Да, 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 бисквиз нам говорили. Про огурцов. Привет, пацаны и дамы. Привет, привет. Привет, привет. Пока-пока. Не надо их доить. Яшка не дает молока. Я знаю, она же курица. Ася говорит, у меня омар в аквариуме есть. Еще омар лежит. У нас еще в холодосе лежит, не переживай. Да? Чем писать, что она не выросла, потому что она, значит, типа, находится не в подходящем месте, чтобы я ее... Типа, а сколько у нас там омаров? Отойди, пожалуйста, я посмотрю тоже, где омар. Один, по-моему. У нас один рак здесь, а не омар. А, да? Да. Не, ну тот, который в аквариуме, тоже пусть лежит в аквариуме. Угу. Пойду половлю всякого. Кого? Всякого. Угу. Заодно эти, если... Заодно 5 морских
этих водорослей, если словлю, то сделаем еще один прудик. Кстати, хорошо. Прикольно выглядит пруд, да, возле этого, ну, в парке. Какой? У парки в нашем. Который... А, этот, да, красивый. О, у нас два теперь рыбы-ежа, Дима. Два? Два рыбы-ежа. Ну, что у нас два рыбы-ежа? Молочко для готовки же нужно, чат, я правильно его оставила или нет? Или не нужно? Да, нужно, хорошо. Фух, сразу морская водоросль. Неплохо. Да, и сейчас еще 10 лет без единой. Нет, еще одна морская водоросль, чё? Два подряд? Подожди, а может быть здесь... Может быть, здесь нон-стопом морская водоросль? Может быть, это падает? Скрытая камера, на самом деле это не морские водоросли, но Вилли знал, что они тебе нужны, и вот прикалывается. Прикалывается. Сейчас подлетит и скажет, да, лошара, это не водоросль. Да-да-да. Размечтался. Хочешь еще пятюня таких, да? Дима, я вспомнил, что нам нужно построить. Нам нужна мельница на участке, чтобы я могла молоть все, что... Да нам много чего нужно. Много-много. Вот что мы первым делом будем делать? Мельницу. Подвал? Мельницу? Лошадь? Что? Мельницу. Твой дом. Мельницу. Так это ты сейчас говоришь мельницу, а до этого ты говорила что-то другое. А сейчас я говорю мельницу. Короче, я думаю, что радужного слайма мы не найдем. Ну, ладно. Два дня еще. Мельница бесполезна, лучше покупать сахар и рис, чем делать. Зато она красиво смотрится. А, я одного рыбу ежа сейчас... А ладно, давай дождемся трех, потом двух сваруем. Пес, ну ты серьезно тут встал? Ты что, издеваешься? Да. Ну и отлично, отлично, ура, он ушел. Ну, бля. Дим, скажи этому животному, чтобы оно ушло, пожалуйста. Он меня не слушает, я его долго не поил. Я его тоже не поил. Может, поэтому он меня тоже не слушает. Этого есть. Вот. Купите Диме лошадь. Или купите лошадь в подвале с мельницей. Нет, это неплохой вариант, кстати. А джем не нужен для готовки или нужен, чат? Или не нужен? Или нужен? Или не нужен? Ни разу не пробовал свежий персик из дерева, только в магазине. А зачем тебе свежий персик из дерева? Травануться хочешь? Глистов получить можно. В смысле, а помыть их что, не вариант? Нет. В магазине уже обработанное, а там нет. Обработанное чем? Все равно, что яблоки из дерева есть. Ну, типа, 50-50 шанс, да. Что ты не получишь глиста. Только если ты их не помоешь. А омар когда ловится, чат? Скажите, пожалуйста, насчет омара, что где ловить? Айзек, привет, росточку. Вам бы сарай, чтобы все лишнее с улицы поставить туда. Что лишнее на улице у нас? Ты что такое говоришь? Придумал тоже. Ничего лишнего на улице. Здесь, короче, возле лодки только мусор ловится. Ловушка. Нужна ловушку в океан, Дим. Ну, можно вот эти ловушки перенести в океан. Давай. У нас там лежат, мусор собирают. Хотя бы там... Перенесешь? Да. Короче, здесь только мусор ловится у кораблика. Ну, может быть, есть там шанс какой-то что-то крутое собрать, но остальное тут такой мусор. Да, но вообще есть не так хорошо. Тыгрик, тыгрик, тыгрик. О, кайф. Морской огурец. Неплохо. Золотой. Еще лучше. Якорь.
якорь нашла, прикинь. На нас. В музей отнести. Музей до пяти, чат? Всю жизнь ел зреев, ничего никогда ни разу не поймал. А вот Дима ел зреев и поймал. Так я грязное ел, я же тебе говорю еще раз. Ну да. Я же не мыл их. 18? А, окей, хорошо, спасибо. О, еще один морской огурец, лол. Опять золотой, кажется. Якорь бог, это типа того, да. Так. Брат! Привет, брат! На тебе гусиное перо. О, в смысле? Я уже подарила ему кучу подарков. Да, блядь. Вообще не помню, что дарила ему хоть один подарок. Нет, хотя ладно, один помню. Золотое гусиное перо я ему действительно дарила. Ладно, Вилли. Да, заклинание сработало, кстати. Так, ладно, все, пошел ты домой. Я думаю, Пэм. Больше двух я сегодня не поймаю. А, прикольно читать ПМ не как ПМ, а БИМ. БИМ. Или ПИМ. Он такая, типа, ПИМ. Привет. Кто эти? Пенни, привет. Малышка Джаз, привет. Привет, Винсент. Так, у меня для всех вас есть подарок. Пожалуйста. Ева не помнит, потому что в баре всем подряд дарил. Да-да. Все деревни там всякого говна понасовала. Такая, в смысле, я тебе дарила? Ну да, дарила, Еву больше не надо, спасибо. Все просто убегают. Я вообще всегда нашла ракушку, а так и дарила. Посадили смотрящего, короче, на входе возле нашей фермы и следят. Если Ева выходит, они такие: «Ева идет с ящиком!» И все в рассыпную двери закрывают. Чудо-огурец еще был пойманный. Что я сделал такого? Почему они мне летят, как не знаю кто? Блин, у меня осталось лосиное перо. О, Чада, вы знаете, что нашу собачку зовут Чада, кстати? Теперь знаете. Поэтому мы его не поем? Нет, в смысле? Мы его поем. С таким ящиком, то что что-то подобрала на улице, то есть багрил, да. Дари огурец Вилли, он их любит. Слышишь, подари огурец Вилли. Не хочу. Приведет вас на новый уровень отношений. Я лучше там Эля подарю, медовухи, что он там хочет. Ну да, да. А можно просто огурец и не тратить ресурсы дома на подарки. Так, что ты видишь червяка? Кричи, червя! Что-то я выкопать надо. Альбакор, ладно, все домой. Что-то я не вижу червяков сама, пока что. Да, они мне тоже редко попадаются. Если билет, попадаются, то я там нахожу, типа, глину или всякое такое говно. Ну, это я чаще всего тоже, да. Я 6 железной руды нашла, я полезная. Младенько, да. Блин, нифига не видно, вот ночью езжу еще этих червячков. Вообще не видно ничего. Не знаете, что дарить огурец, да-да. Желудь еще. Ништяк. Привет, брат. Я счастлив в одиночку. Господи, Линус. Съешь хоть желудь, пожалуйста. В одиночку он счастлив. Вообще, учитывая, что он счастлив в одиночку, то, что я так резко и внезапно зашла к нему в палатку, когда он там был один, это, конечно, опасно. Даже не стучалась, кстати. Просто такая чисто влетела с двух ног. У нее не рога зеленые, это бантик. Лошадкин бантик. А, это морской огурец, это чудо огурец.
А морской огурец минус 45 энергии дает, если его съесть. А чё, типа, чё он такой жесткий? Слышь, чё такой жесткий? А, не, не то. Муж, отойдешь? Пожалуйста. Муж, отойдешь? Муж, я сказала, не муж. Ну, муж. Тоже пойдет. Ну, муж. В принципе, по правде тоже, да. Вот кристальный фрукт тебе зачем в сундуке? Зачем? Зачем? Не знаю. Вот и я не знаю. А я не знаю. Мне бы лучше холодильник бы. Я там еще две бочки. Три бочки. Четыре бочки. Ага. Окей. The boy is small. Чат, я забыла, вы мне говорили или нет. Нужен джем или можно джем продать для готовки? Нужен джем или не нужен джем? Скажите, пожалуйста. Продавай, хорошо. Подарить можно или продать? Да продам, чё. Нам бабки сейчас нужны. Пошли спать. Сейчас пойдем спать, да. Пойдем. О, съемка я конфетка, которую я взяла еще с нашего перерыва. Я украшенный спиннер себе сделал. Вау. Фиджит спиннер? Нет, просто спиннер. Уровень 10. Рыбная ловля. Рыболов. Вы продаете рыбу на 50% дороже. Или пират. Шанс выловить сокровище удвоен. Наверное, первый. Рыболов. Да. И ачивку я получил, кстати. Каеп. Васик, спокойной ночи. Улучшить навык до 10 уровня, да, чувачок. Так, я пойду расставлю тогда эти... Ой, подожди, а может быть и мне их сделать просто? Что там надо для ловушек? Я не понимаю, почему я не могу сделать ловушки? Споки, Васечка. Ева, а ты можешь делать ловушки для крабов? Какие, крабовые? Да. Почему я их не могу делать? Не знаю, сейчас посмотрю. Я, кстати, тотемы могу делать. Прикинь, я могу тотемы делать. Прикольно. Тотем-телепорт пляж, тотем-телепорт горы, тотем-телепорт фермы. Ну, это очень прям круто. Для пляжа... Ну, короче, ладно, а это какого? Вот я могу, да, крабовые ловушки делать. Почему 40 древесины, 3 железных слитка на одну ловушку. Это а что нужно, чтобы делать? Я тоже хочу их делать уметь. Я не знаю, Дим, я вообще не в курсе, честно. А, я могу, подожди. Я могу. Крабовая ловушка, 40 древесин, 3 железа. А почему я их там не видел? 40 древесин. Ну, может, некоторые вещи только из инвентаря можно делать? Я не знаю. Но железных слитков все равно не хватает. Нет, я просто не видел, я в глаза долбился. Все, видел сейчас. Бывает такое. Так, молоко одно в кладу скину. Бери. А где кролик, которого не гладила? Эй, я всех кролика? В смысле? Я думала, я не погладила одного кролика. Ну, окей. Дим, не забывай драконье яйцо искать. Еще. Ой. Ну ладно. Пусть будет тут.
Споки-ноки, Джерри Каузер, споки-ноки, пока-пока. Круто, когда много народу играет, я могу новый птичник прямо на место старого поставить. Новый, в смысле, еще один? Если еще один, то нет. А если ты хочешь улучшить старый, то ты можешь его поставить. Там улучшится, да. Я, смотри, я вот на это дерево еще поставил сочник. Или как он там называется? А, хорошо, хорошо. Там еще на елку можно сочник натянуть, которая... Которая-которая. Которая стоит в парке. Привет, Игл, привет, Росточек. Слаймы ты нашли? Не, кашим не нашли, прикинь. Вот вы говорите про улучшение, но я не видел кнопку «Лучше птичник». Ты так, там нет «Улучшить», там типа ты делаешь как бы еще один птичник, и он типа встает на место того. Ну, то есть лучше становится, понимаешь? Следующего уровня ты ставишь. Да. Короче, ты купаешь следующего уровня птичник, и он у тебя спрашивает, а куда? И ты выбираешь предыдущий птичник, и он на нем делает улучшение. Угу. Так, есть. Я вот что не пойму, так как, почему я не беру. В смысле, инвентарь полон, алло. Я почему-то не могу брать. Чего? Я почему-то не могу брать эти ловушки. Мне пишет инвентарь полон. Хотя инвентарь не полон. А эту взял. What the fuck? А, я тут свеклы понасобирала. Сейчас посмотрю, сколько у нас свеклы. Возможно, мы можем... А ты в ловушке не клала эти штуки? Наживки? Нет. Не понял. У меня, короче, только одна ловушка вот взялась. Попробуй взять их, ты сможешь? Окей, положи куда-нибудь, я возьму их. Странно. Багулина. Сюда положу. Угу. Спасибо. А то игра писала мне, что у меня полный инвентарь. Окей. Окей. Если на месте старого ставить ресов, меньше уйдет? Нет, улучшение стоит тоже дорого очень. Все, пошел ставить. Так что уйдет примерно столько же. Так, а что это у нас тут лежит? Давай-ка мы ее это продадим. Отдадим, точнее. Не продадим, а подарим кому-нибудь. Что там? Майонезу продам, а? Что там? Ракушка. Подарить кому-нибудь несу. Так, сыр у нас здесь лежит. Что еще нам нужно? Кукурузу тоже здесь. Сюда. А, нет, подожди. Слушай, я могу отнести уже 8 свеколок, и ты, по идее, тоже. По идее. Сейчас посмотрю, тут, по-моему, у меня свекла дальше. Нет, не тут. А где? Вот тут? Вот тут. Одна. Сейчас посмотрю. А, нет. Из червячков. Из червячков рука скелета выпала. Неплохо. Я вот жду с нетерпением, пока закончится зима. Ужасно скучное время года. Почему зимой тоже много всякого интересного происходит. Например, снег. Так, здесь отлично. Так, пойду поливать вот тут грядочки. Все, я разместил ловушки. 6 штук там. И иду опять рыбачить. По снегу мультики показывают, да? Нам фрикадельки тоже говорит, типа, зимой вроде тоже круто, но мне больше прям нравится осень. А мне все нравится. Зима, в принципе, я люблю зиму, в принципе, поэтому во всех играх кайфую от зимы. Она красивая, в любом случае. Даже если там нечего делать, она просто красивая. Так, давай посадим. Давай посадим баклажан. Почему бы и нет? Блин, надо нам налить. Ну,
Вот, видишь, без книг, ты спрашивала, почему я ношу с собой. Вот для таких случаев, чтобы я не бежала куда-то там и брала эти семена. Такой, типа, а, закончились семена, окей. И сажаешь новые. Боже, какой страшный был звук, я думала, кто поржал. На, опять морской огурец. Я их зачем-то кладу в сундук, кстати. Нужно или не нужно? Или продавать? Что? Я. Морские огурцы? Да. Я не знаю. Да ты холодос их клади, я от них что-нибудь приготовлю. Грядка в теплице похожа на грядку из арка, может быть. Дим, Светлы теперь столько, что ты теперь тоже можешь 10 штук отнести. Хорошо, а куда их нести? Вилли, не подстраивайся так. По идее, мэру в дом, вроде как. Мэру? Мэру, да. Я в понедельник завтра отнесу. О, воскресенье! Черт, мне нужно успеть до этой, до гадалки. Смотри, что у меня есть. Мне надо перерыв. Спина начинает ныть. После этого дня сделаем, ладно? Хорошо. Загляни к Марни в магазин. Там есть прикольная штучка за 25 тысяч. Да, я видела. Автосборщик, типа. Ну, 25 тысяч на это тратить. Дим, потратим 25 тысяч на автосборщик? Не, не сейчас. Не сейчас. Капустный салат, лисоплюх, крокус, тюльпан, летний блестник, сказочная роза, клюквенный сыр. Давай сорт, хотя бы эту сделаем, детскую. Я еще одну... Ой, блядь, я случайно еще одну рыбу тупую купил. Короче, я купила этого ежа, Дим. Да блядь! Как случайно деньги-то тратятся, а? Ничего не могу с собой приделать! Да. Они улетают! Я купил Мерседес, господи! Прости! Квартира новая на Рублевке, случайно! Как, за что? Прости, я пошла, случайно взяла кредит. Не ругайся. Я правда случайно, Дима, я случайно купила сардину и сказочную розу. Хуй ту, короче, кафуй-то, прости меня, пожалуйста. О, кстати, эту розу, ну, я тебе дарил ее, тебе надо съесть ее. Нет, съешь, я сдаю. Сардины еще. Блин, я случайно, реально. На меня напали туфли, не говори писк. Повели меня в магазин и заставили купить шубу. Я не хотела. Я правда сейчас случайно. Чат подтвердит, я клянусь. Вот сейчас вообще случайность была. Ну что, теперь ты можешь брать рыбу ежа и... Отдавать рыбу ежа. А куда, кстати, ее нужно отдавать? Забыла. Давай размножаться их поставим. Диметриус. Э? Нет, там их уже две. Там уже два. Диметриус. Тут. А, понял, кто это. Окей, Диметриус. Сардины под сказочной розой. Так, нужно пойти посадить где-нибудь эту штуку. О, трюфель, привет. Все, у меня 5 морской водоросли. Есть. Я смогу поставить еще один пруд. Я поставлю еще один пруд и поставлю лошадь для лошадей. Эту штуку. Блин, или нет? Или все-таки сначала этот? Сначала улучшение для детской, наверное, а потом уже лошадь. Потому что на следующее улучшение уже долго будет, будем копить. А улучшение детской уже вот оно близко. Ой, из черники вина у нас еще нет. Сюда. Блин, хочу порыбачить, но понимаю, что в пруду возле дома вообще не хрен рыбачить. Да не, я там ловлю постоянно рыбу. Там, конечно, мусора хватает, но здесь тоже мусор падает обильно. Не, я пойду на другой.
Мне эти туфли заставили карты пикнуть, не угрожали. Да, не так. Не, ну я сейчас правда, у меня просто мышка что-то очень хреново шевелилась, и я зачем-то продолжала кликать, видя, что она хреново шевелится. Ну, еще одна даже морская вода расширкает. Так, ладно, все, пошел я. Посел я. Па-па-па-па-па-па-па-па. Интересно, сколько денег рыбалка принесет? Вроде много должно. Я хотела порыбачить, в итоге пошла деревья рубить. Блин, вообще не понимаю своих действий иногда. Дарим, так, подарки, а свекла, дерево, а свекла где есть? Словить сразу. А свекла где есть, что? В кладовище лежит, в первом, по-моему. Понял, если дарить подарки, можно сразу 4 сердца словить. Да не ладно. Я скачу домой. Давай. Такие звуки открывания двери. Так. Нам, в принципе, еще один сочник можно сделать для того, чтобы на дерево в парке повесить, я говорила уже. Угу. Сись-сись. Сисю. У нас 649 дерева. Тут еще пипец много, короче. Очень много. Можно Люк. Прям улучшить дом мне. Большого дерева или маленького? Нет, обычного дерева. О, что это такое? Не знаю. Что такое? Что происходит? Сам... Видишь, да? Да, да, о, да. Феечка! Феечка летит! Это значит, что у нас сейчас посевы вырастут все резко. Прикольно. Феечка! Ей. Терлин, терлин, терлин. Найс. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Летело. Так, ну что, перерывчик делаем? Ну, если тебе нужно, то делай. Да, да, мне надо. Хорошо, чат, у нас перерывчик 5 минут. Начинает подмывать. Да, похожу, курю, попить, налью туда-сюда, разомну спину, и все. Так что не разбегайтесь. YouTube. Дальше круче пока.